Российского обывателя приучили к мысли о том, что Крым – это исконно русская земля, а фраза «восстановление исторической справедливости» для обывателя уже звучит как бесспорное доказательство легитимности присоединения Крыма. К слову сказать, для России это уже четвертая попытка. Но каждый раз Крым как-то плохо присоединяется. Интересно, а знают ли российские обыватели о том, что Крым никогда-то и не был русским, а в городе Севастополь, отродясь, не было никакой русской славы? Эти, на первый взгляд, возмутительные для россиян вопросы могут показаться провокацией. Но прежде чем слепо верить махровым истинам, не лучше ли докопаться до истинной сути вещей? Ведь обыватель постоянно носит на ушах лапшу, не удосуживаясь проверять достоверность информации. Кстати, вот простой пример. Если это было позволено, допустим, сделать косоварам, косовским албанцам, если это было позволено сделать вообще во многих частях света, то право нации на самоопределение, закрепленное, насколько мне известно, и в соответствующих документах ООН, никто не отменял. Создается иллюзия, что Путин говорит вменяемые вещи. Однако обратимся к фактам. Крым и Косово – это совсем не одно и то же. Прежде чем косовары объявили о независимости, неспокойный край находился под управлением сил ООН около 9 лет. А с Крымом все решили за один месяц, устроив псевдореферендум на фоне российской оккупации. И не нужно говорить о том, что русских войск там не было. Путин уже давно признал участие своих вояк в этих событиях. Странно, что Москва, полностью проигнорировавшая правовые нормы в Крыму, почему-то, в свою очередь, не признает независимость Косово, говоря о попрании международного права. А разве аннексия Крыма вписывается в базовые принципы отношений в мировом сообществе? У обывателя короткая память, и по его ушам ездить легко. Этим и пользуются российские правители. А обыватель с радостью верит в мифы. Среди современных трендов – миф о русском Крыме и русской славе Севастополя. Однако исторические факты не оставляют россиянам никакой надежды на Крым. Хотя обывателю внушают мысль о том, что Крым был русским всегда. А всегда – это сколько? За всю длительную многовековую историю Крыма российский период длился всего лишь 135 лет. А вот турки, например, владели Крымом 340 лет, монголы – 200, а Византия контролировала полуостров вообще более 650 лет. В составе же Советской России полуостров находился 32 года. И вот уже 60 лет Крым – это неотъемлемая часть Украины. Как ни крути, а так называемая историческая справедливость явно не на стороне России. Названные цифры говорят сами за себя. Кстати, в этом смысле примечательны данные о переписи населения в российский период Крыма. В 1897 году на территории полуострова проживало около 1,5 миллиона человек. Из них наибольшую этническую группу представляли украинцы – более 600 тысяч. Русских же в Крыму в конце 19 века было всего лишь около 27%. Это столько же, сколько в современной Латвии. Но Латвия – это же не Россия, правда ведь? Обыватель, скорее всего, закроет глаза на все эти цифры и скажет что-то вроде «Зато Россия подняла Крым с колен». Это, очевидно, должно значить то, насколько значительным стал русский культурный слой в Крыму после аннексии 1783 года. Но об этом лучше всего сказал Максимилиан Волошин. Весь этот Магометов рай уничтожен дочисто. Взамен пышных городов из «Тысячи и одной ночи» русские построили несколько убогих уездных городов по российским трафаретам. И частью из потемкинского романтизма, частью для екатерининской рекламы, назвали их псевдоклассическими именами – Севастополи, Симферополи, Евпатории. Древняя Готия от Балаклавы до Алустона застроилась непристойными императорскими виллами в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов и отелями в стиле императорских
европейских дворцов. Этот музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным монументальным памятником русской эпохи. Российский обыватель может сколько угодно тиражировать теги «Крым наш» или «Няш-мяш», но на самом деле Крым от этого более русским не станет. Точно так же, как и Севастополь, никогда не будет городом русской славы. А ведь это самый тиражируемый в России миф, который можно только представить. Так называемая русская слава Севастополя начинается, как это ни парадоксально, с двух украинских имен первой героической обороны города – адмирала Нахимова и матроса-лазутчика Петра Кошки. Украинец Петр Маркович Кошка родился в селе Аметинцы, что под нынешней Винницей, в семье украинского крепостного крестьянина. Дворянский же род Нахимовых ведет свое происхождение от Мануила Тимофеевича Нахименко, сотника Ахтырского слободского украинского казачьего полка, чьи предки веками жили в Полтаве. В целом же, во время Крымской войны главной силой Черноморского флота были именно украинцы, составляющие 70% всех матросов. Все это легко проверить, обратившись к архивам. Эти конкретные факты и цифры, особенно сейчас, ох, как не вписываются в доктрину так называемого «русского мира». Но даже музейные экспонаты, находящиеся в открытом доступе, ломают стереотип русской славы Севастополя. В городском музейном комплексе «Михайловская батарея» находится фотография 1904 года, на которой мы можем видеть ветеранов войны, бывших матросов Черноморского флота, которых собрали по случаю 50-й годовщины обороны Севастополя. Так вот, из 41 человека здесь 35 имеют украинские фамилии. Не исключено, что и остальные – выходцы из украинских земель, так как набор матросов на флот осуществлялся из Крыма и южных губерний, непосредственно прилегающих к полуострову. Совершенно очевидно, что миф о русской славе Севастополя целиком и полностью построен на крови героев-украинцев. Поэтому исторически справедливо было бы назвать Севастополь городом украинской славы. К слову сказать, в Крымской войне России гордиться абсолютно нечем еще и потому, что война эта была целиком и полностью проиграна. Это был своеобразный прообраз мировой войны, в которой агрессивную Россию принуждали к миру около 20 стран-союзников. Примечательно, что отсталая во всех смыслах Российская империя развязала эту войну, прикрываясь заботой о православных братьях по вере. Как это похоже на поведение современной России. Но, очевидно, Путин игнорирует уроки истории. Начиная тягаться с развитой цивилизацией, Россия неизменно проигрывает. Это происходит и сейчас. Что же начинают ощущать на собственной шкуре миллионы россиян, постепенно приближающихся к феерическому коллапсу вместе со всей Федерацией? Однако это уже совсем другая история. А севастопольцам, которые кичатся тем, что живут в городе так называемой русской славы, стоит обратить внимание на собственные улицы, которые носят имена героев-украинцев, на крови которых эта слава взошла. Матрос Иван Голубец, капитан эсминца безупречный Петр Буряк, бригадный комиссар Михаил Степаненко, командир саперной роты Дмитрий Загорулько и еще множество героических имен украинцев, ставших героями обороны Севастополя уже во Второй мировой войне. Несомненно, можно назвать и русские фамилии, отличившиеся героизмом в сражениях на территории Крыма. Но также можно упомянуть и татарских героев, и белорусских, армянских, грузинских, еврейских, а также много других имен, принадлежавших к разным национальностям империи. Но главной и наиболее массовой силой крымских военных баталий и в 19 и в 20 веке всегда был украинский народ, теряющий в зачастую бессмысленных войнах многие тысячи лучших своих сыновей. Поэтому, как бы ни раздували щеки русские ура-патриоты, Севастополь – это по праву город украинской славы. Еще
еще один миф, который так мил сердцу российского обывателя, это миф о том, что Крым был отдан Украине Хрущевым якобы по пьяной лавочке. Обывателю навязывают убеждение, что это был бессмысленный жест по душевной широте Никиты Сергеевича. Однако на самом деле Хрущевым двигал абсолютно трезвый расчет. Хотя фактически указ о передаче Крыма Украине был подписан Ворошиловым. И, кстати, причина, даже формальная, указанная в документе, очень и очень весома. Общность экономики, территориальная близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР. Да и как было не отдать Крым всесоюзной житнице Украине, если на деле за все те годы, когда он находился под протекторатом России, на полуострове не было сделано абсолютно ничего. Засуха, голод и разруха на безжизненных степях русского Крыма ужасали своими масштабами. Полностью отсутствовало сельское хозяйство. Крым был не просто депрессивным регионом, это была фактически пустыня. Поэтому Украина стала для полуострова настоящим спасением. И всего через несколько лет могучий Днепр уже питал живительной влагой Крым, позволяя оросить 180 тысяч гектар засушливых земель с помощью сооруженного водного канала протяженностью в 400 километров. С помощью Украины в Крыму резко возросло производство электроэнергии и добыча керченской руды. Вдвое выросло производство вина, получило небывалое развитие новая отрасль рисоводства, а в Севастопольской Камышовой бухте возникло гигантское рыболовецкое предприятие «Атлантика». Появился новейший транспортный и танкерный флот. С помощью Украины Крым за несколько лет превратился в мощный индустриальный и сельскохозяйственный край. А вот Россия, советская Россия, за 32 года владения полуостровом не сделала и тысячной доли того, что сделала Украина в Крыму всего лишь за одну пятилетку. Россия никогда ничего не давала Крыму. Поэтому нынешняя судьба временно оккупированного полуострова в составе Федерации весьма незавидна. Даже если очень сильно постараться, в отношении Крыма и России сложно найти ту историческую справедливость, восстановление которой можно было бы подтвердить хоть какими-нибудь фактическими материалами. Так называемый «русский Крым» и «русская слава Севастополя» – это абсолютно пустой звук. Обыкновенная махровая пропаганда с умалчиванием истины. Даже не просто пропаганда, а национальный русский миф ради возвеличивания уязвленной нации на абсолютно пустом месте. Нации, которой банально не хватает поводов для собственного величия. Пошли бы, что ли, свою Аляску назад забрали? А нет, кишка тонка, могут отнимать только у слабых, а потом сочинять пустые мифы о русской славе и русском Крыме. И сейчас эти мифы звучат особенно громко. Конечно, на фоне приближающегося коллапса, что же еще Путин может дать россиянам, кроме сказок о величии России? Так что, дорогие россияне, сдувайте ваши щеки и привыкайте уже сейчас жить в реальном мире. Ах да, и еще, начинайте уже прощаться с Крымом. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Мировая история – наука точная, но есть одна страна, история которой состоит из одних сплошных недосказанностей. А от этого и весь смысл меняется. Что это за страна такая? Ну, конечно, Московия. Ах да, простите, с 18 века – Россия. Знаете ли вы, что россиянам многое не договаривают? Взять, например, фразу, которая звучит как «Путин поднял Россию с колен». А ведь полная версия изречения такова: «Путин поднял Россию с колен и поставил раком». Видите, от этих недомолвок одни сплошные конфузы.
особенно в отношении Украины. Некоторые граждане Российской Федерации, те, у которых мозг подключен прямо к телевизору, говоря об Украине, предпочитают использовать в речи альтернативные топонимы, такие как, например, «окраина» или «Малороссия». Если бы эти люди знали истинный смысл данных названий, то очень бы удивились. А пока россияне употребляют название «Малороссия» с покровительственной усмешкой, делая ударение на приставку «мало». Да уж, россиянам явно многое не договаривают. А теперь серьезно, может, расставим уже все точки над «ё»? Историческая справка. Названия «Малороссия» и «Великороссия» связаны с разграничением территории Руси начального и позднего расселения. Киевская Русь, расширяясь на север и северо-восток, колонизировала новые земли, образуя в конечном счете Русь вторичную, новоколонизированную, названную из-за больших территорий Великой Русью. На языке древних русов, как и в современном украинском языке, «великий» означает «большой». В мировой истории обычной практикой было называть завоеванные территории с приставкой «великий». Например, существовала Малая Греция Эллада и Великая Греция, Южная Италия и Сицилия, Великая Германия, захваченные земли за Одером, Великая Польша, Великая Моравия, Великая Скифия. Великой территория Новой Руси названа по такому же принципу. Изначальная же Киевская Русь, метрополия, со временем стала называться «малой». Другими словами, территория современной России – это колония Киевской Руси. Называя Украину Малороссией, граждане РФИ, по сути, признают Киев исконной изначальной Русью. То есть Россия – это как бы бывшая колония Украины. А вы разве не знали? Москва – это глубинка Малороссии. Не зря, наверное, Владимир Владимирович так бесится, ненавидя все украинское. Как, впрочем, и многие топ-менеджеры России до него. В допетровскую эпоху все украинские города были украиноязычными. А вот с Петра началось систематическое уничтожение украинского языка и государственности, длящееся более 200 лет в истории российского царизма. Не могли они и до сих пор не могут смириться с существованием свободолюбивой, истинной и исконной Руси Украины. В историю вошел тайный циркуляр министра внутренних дел Петра Валуева, запретивший издание украинских книг. Позже этот циркуляр был узаконен Александром II в Эмском указе, ограничивающем использование и преподавание украинского языка. Высокие российские государственные мужи 19 века договорились даже до того, что украинского малороссийского языка не существует в природе. А между тем, Владимир Даль в 1861 году назвал главный труд своей жизни толковым словарем великорусского наречия русского языка, обозначив тем самым тот факт, что язык Великороссии был своеобразным суржиком, наречием русского языка, исконно русского, коим может считаться язык украинский, как наиболее сохранивший в себе все богатство древнего языка русов. Император Александр II, известный украинофоб, не мог позволить себе признание подобного факта, поэтому издание словаря было приостановлено. Однако позже печать решили возобновить, заменив титульный лист на новый, с другим названием, тем, которое известно нам сегодня. Благодаря такой цензуре постепенно великорусское наречие «суржик» стало именоваться языком. Оригиналы сигнальных экземпляров словаря с первоначальным названием засекречены, а упоминание о первом названии вымарано почти из всех источников. Однако библиографический труд авторства Григория Геннади, изданный в 1876 году, упоминает словарь Даля с его первоначальным названием «Толковый словарь великорусского наречия русского языка». И действительно, ненаучно было бы называть языком
крайне разноликие финно-славянские и тюркославянские говоры России, ибо в основе их лежали вовсе не славянские этносы. Даже при беглом взгляде на, казалось бы, родственные языки, понимаешь, что один язык здесь явно не славянский. Русские вообще все вокруг себя называют славянским, чтобы потом все славянское назвать русским. Карл Чапек сказал это еще 100 лет назад. Ну а что же насчет Украины? Вопреки иллюзиям Путина, ничего сложно сочиненного тут нет. В украинском языке русское слово «страна» переводится как «краина». Краиной или Украиной у древних русов именовалась отдельная земля племени. Это сакральное название, обозначавшее родную землю, навечно укоренилось в сознании народа. А слово «окраина», как мы уже выяснили, больше подходит Москве. Она у нас глубинка Малороссии. Украина же ни семантически, ни фактически никакой окраиной Российской империи никогда не была и все время претендовала на полную государственную независимость. Из-за этого употребление слова «Украина» в царской России было запрещено. А когда чиновникам стало ясно, что это слово нельзя ни уничтожить, ни стереть из памяти украинцев, было решено его просто дискредитировать. И как раз тогда не самые просвещенные досужие мещане стали применять омоним «окраина» к названию «Украина». Конфуз, однако. Откуда же русским мещанам было знать о Ипатьевских летописях, где в 1187 году впервые появилось упоминание об Украине? Сами-то мещане не в курсе даже того, что из московитов они стали русскими лишь в 1721 году, подняв над головой триколор провинциального московского царя. А между тем, все желающие могут полюбоваться на украинские государственные символы, изображенные на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», написанное 130 лет назад. Это два свернутых украинских знамени – желто-голубое и черно-красное. Илья Репин изобразил бандеровские символы в эпизоде событий 1676 года. Отличный сюжет для Live News и Первого канала, ведь если присмотреться, можно заметить на картине и визитку Яроша. А почему нет? Ведь российские мещане все схавают. Если даже просвещенное мещанство при Петре уверовало в то, что они потомки русов, то что уже говорить о нынешних? Прихотью Петра, насмотревшегося на богатую историю и просвещенную Европу, было придание Московии хоть какой-то иллюзии страны с приличными корнями. И решил Петро I назвать Москву метрополией, присвоив своей провинции историю древней Киевской Руси. И московиты поверили. Но не об этом речь. Агрессивная политика царизма так и не смогла денационализировать украинцев и растворить их в общерусском море. Украина была, есть и будет. А правителям Эрефии еще долго придется мириться с этим фактом и кусать локти, если, конечно, сама Россия не накроется в самое ближайшее время половым органом бабушки. Наверное, ждать осталось недолго, ведь в Новороссии уже наступил ожидаемый и такой феерический пи***ц. Москва – это глубинка Малороссии. Покажите это Путину, пусть повторит историю, пока ему не открутили половой орган дедушки. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки... Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. Мы думали об отторжении Крыма от Украины. Я же говорил, что это наша историческая территория. Там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не можем их бросить. Повторяю, конечная цель была не в захвате Крыма. И не в какой-то аннексии. Все мои инструкции были как раз связаны с тем, чтобы
действовать аккуратно и опираясь, с самого начала я сказал, опираясь на тех людей, которых мы можем сегодня назвать патриотами России, опираясь на них, на их актив, но помогая им и будучи у них за спиной гораздо более крупными силами и средствами, я ведь не покривил душу, потому что по соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь 20 тысяч человек, даже больше немножко. Нам нужно было обеспечить работу представительного органа власти, парламента Крыма. Для того, чтобы этот парламент смог собраться и осуществить предусмотренные законом действия, люди должны были чувствовать себя в безопасности. Но для того, чтобы создать условия для людей, чтобы они не боялись ни за себя, ни за свои семьи, нам нужно было обеспечить их безопасность. И мы это сделали. Наше преимущество, знаете, в чем заключалось? В том, что я занимался этим лично. Не потому, что я все так, все правильно делал. Потому что когда это делают первые лица государства, то исполнителям легче работать. Они это чувствуют, понимают и знают, что они исполняют приказ, они занимаются самоуправством. Они работали очень дисциплинированно, слаженно и относились очень ответственно к своему делу. А потом они работали вместе с местными ребятами, вместе с местными мужиками, с местной дружиной, с ополченцами. Ну, мы вынуждены были поставить наши системы, которые в случае каких-то действий со стороны, при первом залпе мы бы их уничтожили. И мы вынуждены действовать так в силу того, что они сами поставили нас в такие обстоятельства, в такие условия. Они, по сути, нам даже не оставили выбора. Но это невозможно сделать по решению кого бы то ни было, кроме Верховного Главнокомандующего. Да, и в какой-то момент мы, для того, чтобы было понятно, что Крым надежно защищен, перебросили туда вот эти береговые комплексы «Бастион». И, кроме всего прочего, мы сознательно развернули эти комплексы так, чтобы их было видно из космоса. Я сразу на первом этапе работы вынужден был соответствующим образом сориентировать наши вооруженные силы. И не просто ориентировать, а отдать прямые указания, приказы по поводу возможного поведения России и наших вооруженных сил при любом развитии событий. Означает ли это то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и нашей ядерной силы? Мы готовы были это сделать. Я же разговаривал с коллегами и говорил им прямо. Я же тоже, как вам сейчас говорю, открыто совершенно. И это наша земля. А не ваше решение было бреющими полетами летать над крейсером? Нет, не мое. Это они расхулиганились. И мне даже ничего не сказали об этом. По сути, вы сделали из Крыма крепость. Мы сделали из Крыма крепость. И с моря, и с суши. Для того, чтобы обеспечить нормальное волеизъявление граждан, проживающих в Крыму, мы должны были разоружить войски формирования украинской армии и сил правопорядка. Ну, надо по-честному сказать, мы сделали все, чтобы специальной связи там уже у них не было. Для этого и существует спецназ ГРУ. Он знает, что надо делать и как надо делать. Поэтому они пользовались открытыми видами связи. Но что же греха таить? Мы контролировали все эти переговоры и чувствовали внутреннее состояние и воинских подразделений на месте. Я дал поручение и указания Министерству обороны. Ну, чего скрывать? Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силы морской пехоты десантников. И нужно было обеспечить людям, как я уже сказал, возможность выразить свою волю. Ну, кстати говоря, позиция Запада по референдуму, она ведь тоже была непостоянной, да? Ну, сначала они исходили из того, что, может быть, мы не решимся его проводить. Потом, когда поняли, что мы не остановимся, уже начали предлагать различные варианты. Как вы считаете, все ли прошло гладко? В целом, да.
У меня нет никаких претензий, вопросов к этому, потому что после того, как поручение было дано, я где-то часов 20, наверное, не связывался с Министерством обороны, потому что занимался другими вопросами, и юридическими, и политическими, и международными, и могло создаться впечатление, что, может быть, я передумал брать на себя такую ответственность. Это непростая работа, имея в виду ее масштаб, применение разнородных сил и средств. А там, повторяю, на первом этапе это спецназ ГРУ, это ВДВ, морская пехота, потом другие подразделения. Мало того, что само Министерство обороны работало в высшей степени профессионально, слаженно, но и все другие службы, и Министерство иностранных дел, и юридические службы, и те, кто занимаются вопросами внутренней политики. Все это было настолько скоординировано, четко, жестко, своевременно, что у меня возникал главный вопрос, мы ли это. Мы результаты референдума знаем, и мы поступили так, как обязаны были поступить. Если вдруг все бы повторилось, поступили бы с Крымом так же? Ну, конечно. А вы как думаете? А как можно было иначе поступить? Я бы никогда не стал этого делать, если бы не считал, что мы обязаны поступить именно таким образом. И когда нам говорят то, там, про санкции, про то... Санкции – это плохо. Мы потеряем все. Мы потеряем всю страну и ее интерес. Две реальности современной России, объективная, в которой существует народ, и виртуальная, в которой живет Кремль, позволяют сделать неутешительный вывод. Президент-батюшка, или как его ласково называет окружение «папа», не воспринимает адекватно реальную информацию не только о ситуации внутри России, но и о реальном положении дел в мире. То есть папа вообще не хочет ничего знать, очевидно считая, что у него и так все под контролем. Он самоуверенно реагирует на новые вызовы, при этом демонстрируя отсутствие элементарных знаний. Создается впечатление, что папа не вполне образован. Начнем с того, что доступ к папе имеют ограниченное число лиц, а следовательно, информация, доходящая до него, профильтрована подобострастными мозгами не слишком умных, зато чрезвычайно преданных придворных. Донесения папе готовят по старинке, в бумажном виде с картинками, распечатывая японским принтером на финской бумаге. Вся информация доставляется в главный кабинет Кремля исключительно аналоговым способом, только на бумаге. Даже электронная почта и новости с информационных сайтов. Что ему принесут, то он и будет читать. То есть папа так и не научился пользоваться ни компьютером, ни тем более интернетом. И это полный провал. Однозначная и твердая двойка по предмету. О том, что папа живет в параллельной реальности, говорит и тот факт, что он давно уже не держал в руках живых денег. Лет 15. Ну, собственно, ему и незачем. Он живет полностью за казенный счет. И, возможно, поэтому у него абсолютно атрофировано понимание банальных законов арифметики. Да, возможно, при высоких ценах на нефть это лишнее знание. Но когда черное золото вместе с деревянным рублем пробивают дно, надо ведь что-то говорить людям. Хотя лучше бы он молчал. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, нужно деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль. А получили 45. Доходы бюджета увеличились. Неправильно, папа. Падение рубля – это обнищание населения, задержки соцвыплат и зарплат, банкротство предприятий, безработица, дефолты регионов. Экзамен по арифметике не сдан. Садись, 2. В России принято думать, что в главном кабинете Кремля хорошо знают мировую историю.
Да, стоит признать, что папа иногда готовится к урокам, только в голове этой, к сожалению, ничего не откладывается. Иначе как объяснить то, что эти самые уроки истории на зубок выучены мировыми лидерами многих поколений, а в Кремле до сих пор еще листают военные карты 19 века? Папе, очевидно, не сказали, что время империи, растущих за счет новых территорий, уже давно прошло. Ведь некоторые, само собой разумеющиеся вещи в приличном обществе и говорить-то не принято. Весь опыт мировой истории показывает, что в современных реалиях силовые захваты земель попросту невыгодны, не говоря о том, что это уже как-то дико. Сегодня все решают не пушки, а биржевые индексы. И на этом экономическом поле папа смотрится весьма плачевно, предпочитая собственный тупиковый путь. Он словно старый эксгибиционист, обнажает повсюду свое ржавое железо. Уроки истории остались невыученными. Снова двойка. Так уж получается, что с годами папа забывает даже то, что знал очень и очень хорошо. Например, немецкий язык. Теперь общение с ангелой происходит только через переводчика. Неужто запамятовал батюшка? А ведь дело-то тут совсем не в годах. Папа ведь еще вполне себе крепок. Просто он пребывает в иллюзии, что поймал Бога за бороду. И теперь все земное кажется ему тленом. Особенно собственные граждане, которые многое ему позволяют и готовы бросать свои жизни к его коротеньким ножкам. И не важно, что царь-батюшка – законченный двоечник, ведущий своих адептов сквозь темный лес с закрытыми глазами глубокой пропасти. Власть ведь в России от Бога, значит, будут терпеть. Одним словом – мазохисты. Он обленился, заплыл ботоксным жиром и потерял всяческую связь с реальностью. Обитатель главного кремлевского кабинета полностью вышел в тираж. Папа стал вымершим мамонтом, по какой-то случайности еще топчущим коридоры власти. Он застрял менталитетом в 80-х годах прошлого столетия, а мировоззрением в позапрошлом веке, существуя только лишь животными инстинктами – гадить на чужих территориях. Однако точка невозврата пройдена, а Келла уже промахнулся. И теперь его отчислят. Потому что он перестал учить уроки. До свидания, двоечник. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. В Сирии продолжается операция российских воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее с точки зрения погоды выбрано очень удачно. Первые удары по боевикам ИГИЛ были нанесены еще в среду 30 сентября. Еще раз отметим, что время для начала воздушной операции выбрано очень удачно. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц. Средняя скорость ветра 2-4 метра в секунду. По климату всего один раз в октябре здесь могут наблюдаться сильные порывы до 15 метров. А дожди бывают лишь раз в 10 дней. Причем самые интенсивные до 18 миллиметров осадков обычно наблюдаются как раз на севере, там, где идет операция российских ВВС. Но это не может оказать серьезного влияния на бомбардировки. С температурой еще проще, критической для полетов считается жара за 35, а до таких отметок в октябре столбики термометров в Сирии поднимаются редко. Однако недостаточно прозрачная атмосфера в ближайшее время не должна стать серьезным препятствием для проведения операции. В этот период года облака здесь находятся обычно на высотах от 4 до 10 километров под земли. В редких случаях небольшую дымку можно увидеть на высоте в 1 километр, но она не усложняет пилотирование и не повлияет на работу систем наведения. В таких метеоусловиях самолеты могут нырять под облака и наносить эффективные удары по наземным целям. Только при активном противодействии ПВО поднимаются выше. А такие условия можно назвать идеальными для выполнения вывод улитов. В ноябре погода меняется. Большую часть этого месяца сирийское небо затянуто тучами. Причем частенько облака прижимаются к самой земле, учащаются туманы. А в таких условиях проводить боевые улиты будет несколько сложнее.
Прошло уже 600 лет с момента падения Золотой Орды, но привычка платить дань глубоко въелась в стены Древнего Кремля. Московские правители до сих пор не вытащили русский народ из покоренного состояния, в которое загнал его еще хан Батый. Понурив головы, несут россияне свой оброк федеральному барину, а тот, в свою очередь, платит щедрую контрибуцию по всему свету. Если сотни лет назад крымский хан Девлет-Гирей облагал данью Москву, то сейчас, оккупировав полуостров, Кремль сам по доброй воле платит огромную дань не только на содержание Крыма, но и за саму возможность обладать этой территорией. Создав очаги напряженности на украинском Донбассе, Россия и здесь платит непомерную дань своим марионеткам, содержа огромную инфраструктуру для сотен тысяч людей. Но и это еще не все. Россия, считающая себя крупным геополитическим игроком, оплачивает свой имидж обильными денежными вливаниями в островки лояльности к русским во многих странах мира – в Европе, Азии, Америке, Африке, а внутри Федерации попросту платит дань отдельным территориям. Да так, будто собственная титульная нация является покоренным народом. Хотя, может быть, так оно и есть? В специальных статьях российского бюджета заложены значительные суммы для обеспечения деятельности Рамзана Ахматовича Кадырова, ответственного за порядок в Северокавказском федеральном округе. Эти расходы не подлежат обязательной отчетности и тратятся по усмотрению главы Чечни на разные нужды – личную гвардию, прислугу, автопарк, то есть на содержание обширной инфраструктуры, обеспечивающей комфортную жизнь чеченского президента, включая имиджевые траты, например, оплату визитов западных звезд, подарки дорогим друзьям и всевозможные развлечения. Кадыровцы – это особая каста неприкасаемых. По Москве ездят сотни машин со специальными номерными знаками – КРА. Ни ГИБДД, ни полиция не имеют права останавливать эти транспортные средства. КРА означает Кадыров Рамзан Ахматович. Для людей, находящихся внутри этих машин, существуют свои собственные законы и правила, не имеющие ничего общего с законами Российской Федерации. Не заметить этих людей в Москве невозможно. Кадыровцы, как правило, вооружены и передвигаются по Москве группами. Даже их семейные выезды в торговые центры выглядят как правительственные кортежи с мигалками и передвижением по разделительной полосе. Простым жителям столицы, оказавшимся на их пути, лучше уступить дорогу, потому что в современной Москве у кадыровцев значительно больше фактических прав, чем у коренных москвичей. А самое главное, что все это оплачено деньгами простых россиян и с федеральных налогов. По сути, шейх Рамзан получает дань со всей России на свою красивую жизнь и не менее прекрасное существование свиты. В принципе, столицу России уже можно именовать Московские Эмираты, хотя правильнее было бы назвать Кремль Каганатом, а окрестности реки Мокша – Золотой Ордой. И дело даже не в экспансии азиатских и кавказских народов на северо-восток среднерусской возвышенности. Дело в азиатском менталитете правителей и граждан самой России с примесью чисто русской средневековой дикости. Жирный азиатский вектор Российской Федерации не спрятать ни за фасадом квасного христианства, ни за показным славянофилием. Совсем скоро, спустя каких-нибудь лет 10, слово «русский» станет устойчивым синонимом слова «азиат». Это не плохо и не хорошо, просто такова реальность современной России. В связи с этим хочется спросить россиян, а зачем вы притворяетесь потомками Киевской Руси, если вы ярко выраженные ордынцы? Ведь совершенно очевидно, почему Украина вырвалась из этого чужого для себя мира, снова вернувшись в лоно европейской цивилизации. Интересно, понимают ли это россияне? Салям алейкум, Москва! Yeah.
наглая сосна. Русская весна. Русская весна. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Вся империя Советского Союза была выстроена против американского империализма. Были потрачены куча денег на создание ядерного пояса, ядерный щит. Народ голодал, но все бабки на борьбу с внешним врагом. Чем закончилось? Чем закончилось? Цены на нефть упали, Советский Союз развалился. Цены на нефть упали, Советский Союз развалился. Цены на нефть упали, Советский Союз развалился. Сейчас нам предлагают то же самое, то же самое. Все бабки на военные бюджеты, а щетиница против Европы и Америки, которые вместе с НАТО пытаются завоевать Украину и Россию. Все деньги туда! Все деньги туда! Это закончится развалом России. Да, нельзя создавать внешнего врага. Нужно все претензии предъявлять себе. Что Америка виновата? Мы не во Европу виноваты. Кто Америка виновата? Мы не во Европу виноваты. Кто либералы виноваты, то нацисты виноваты, то фашисты виноваты. А мы все в белом. Кто вы такие в белом? Мы все в белом. Кто вы такие в белом? Мы все в белом. Кто вы такие? А то, что бюрократия обожралась окончательно, сидит на нефти, тащит это все. И Украина к нам не идет, не потому что там Америка, а потому что мы что-то делаем неправильно. И мы Украине не нравимся. Наша элита не конкурентоспособна и не имеет исторической чести сказать,
Мы должны исправить свои ошибки. Мы должны исправить свои ошибки. Народ обокрали, еще войну проиграли. Это закончится развалом России. Это закончится развалом России. Это закончится развалом России. Вот запишите мои слова и потом крутите их через 15 лет. В музее Московского Кремля хранится шлем Александра Невского, на котором отчетливо различима арабская надпись каноническим арабским шрифтом. На шлеме Ивана Грозного рядом с кириллической надписью имени царя расположен арабский узор, являющийся религиозной надписью на арабском языке. Оружейная палата Московского Кремля хранит коллекцию русских боевых сабель, сплошь испещренную арабскими надписями религиозного содержания. Причем это оружие не трофейное, а изготовленное русскими мастерами в оружейной палате для русских воинов. Уже эта малая часть перечисленных предметов не укладывается в рамки традиционной российской истории и выглядит очень неестественно, требуя специального разъяснения. Смотрите дальше. Насколько объективна история как наука? Сегодня этот вопрос интересует значительно большее количество граждан, чем когда-либо ранее. Происходящее последние годы в России, особенно в связи с Украиной, заставляет вновь обращаться к истории и закапываться в первоисточники. И ведь самое интересное, что в иных случаях это интересовало бы лишь специалистов. Обычные же граждане спокойно жили бы в плену укоренившихся стереотипов. Но российская политика вместе с пропагандистской машиной совершили в последние годы такой топорный вираж, что сегодня надо быть уж совсем глупцом, чтобы верить в предлагаемые исторические мифы, которыми Москва оправдывает свои неуклюжие маневры. Они, конечно же, хотели как лучше, а получилось... В общем, из-за действий Кремля сегодня даже самые святые для россиян вещи подвергаются сомнению, и всплывает неприглядная правда, рвущая все мыслимые и немыслимые шаблоны. По этому поводу еще 100 лет назад прекрасно высказался академик Покровский. История – это политика, опрокинутая в прошлое. Другими словами, историческая наука – это тетка свободных нравов на службе правящего класса, мечтающего для оправдания собственной несостоятельности выдать желаемое за действительное. Существует два фундаментальных исторических постулата, на которых строится вся политика Москвы в отношении Украины. Это тезисы о том, что русские и украинцы – это один народ, и Киевская Русь – прародительница России. Но насколько крепок этот фундамент и существует ли он вообще? Потому что без этих двух утверждений само существование Российской Федерации становится абсолютно бессмысленным. Киевская Русь – это основа мифологии Российской империи. Убери ее, и вся империя станет пшиком. Чтобы не быть голословными, давайте снова вернемся в оружейную палату Московского Кремля, а выводы сделаете сами. Итак, в рамках традиционной российской истории засилье так называемого восточного оружия с религиозными надписями на арабском языке на территории Москвы выглядит достаточно странно. Причем совершенно доподлинно известно, что это оружие массово изготавливалось русскими мастерами. Правда, если, конечно, уместно для тех времен употребление слова «русский». Половина шапок иерихонских, являющихся важной частью торжественного воинского наряда русского царя, имеет религиозные арабские надписи. Поразительно, что другие языки, кроме арабского, при этом не используются. Есть даже парадоксальный пример соседства чуждых друг другу религиозных символов. Так, на шапке иерихонской Михаила Федоровича Романова работы мастера оружейной палаты Никиты Давыдова 1621 года помещена арабская надпись с изречением из Корана, соседствующая с православными крестами и образом архангела Михаила. Другой пример. На зерцалах царских доспехов первых Романовых, хранящихся в Московской оружейной палате, кириллицей по-русски написаны только титулы Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Религиозные же надписи на зерцалах выполнены сплошь на арабском языке. В целом прослеживается следующая, поразительная с точки зрения внушенной нам версии русской истории, картина. Арабские надписи обычно присутствуют на традиционном русском княжеском вооружении – сабле, зерцальном булатном доспехе и шапке иерихонской, которая входила в большой наряд русских царей. На основе традиционной
данной истории логично предположить, что крестоносец напишет на щите девиз на латыни «Мусульманин, аяты из Корана», а русский воин воспользуется хотя бы родным языком. Но на деле мы видим тотальное использование арабского языка на протяжении нескольких столетий у тех, кто позже стал позиционировать себя потомками славянской Киевской Руси. Московские цари того времени, как известно, были в глазах народа наместниками Бога на земле, поэтому они должны были с особым тщанием придерживаться старых традиций. В частности, использовать религиозные формулы, записанные по-старому, то есть получается по-арабски, на парадном доспехе отдавая дань уважения порядкам, по которым жили их отцы и деды, которые освящены веками. Не кажется ли это странным? Официальная российская история почему-то стыдливо обходит эту тему, скрывая истинные причины обилия арабских надписей на оружии и военном обмундировании русской знати. А причины следующие. Татаро-монгольское иго в официальной истории России рассматривается очень коротко и представляется в негативном свете, а в исторической же реальности все было с точностью до наоборот. Это был период становления той империи, которая потом стала Россией. И этим периодом следовало бы гордиться, если в конце концов признать тот неоспоримый факт, что отцом российской государственности был хан Батый, а русские князья присягнули ему в верности. Дело в том, что нашествие монголов на Московию в 1237-1241 годах не стало большой бедой для многих русских политиков того времени. Наоборот, они даже улучшили свое положение. Летописи особенно не скрывают имен тех, кто был прямым союзником и партнером пресловутых монголо-татар. Среди них и герой России князь Александр Невский. Тем более, что Александр Ярославич, прозванный в народе Невским, после присяги стал хану Батыю, названным сыном. С тех пор в русском языке появилось слово «отец» от тюркского «оте». Александр Невский называл хана Батыя отцом. Коллаборационизм русских князей помог им сохранить свои княжества. То есть Московия практически безболезненно смогла влиться в татаро-монгольское государство путем предательства, говоря проще, без проблем сменила хозяина. А разрушения, причиненные войной, сильно преувеличены современными историками. Русские князья стали вассалами монгольских императоров и золото-ордынских ханов. Чтобы остаться на своих княжениях, они должны были явиться в Орду и получить из рук хана ярлык на княжение. Другими словами, средневековые московские деды не воевали, а предавали братьев, землю, веру, скрепы и все то, что сегодня в России принято ревностно оберегать. К слову сказать, Киев, в отличие от беспринципных древнемосковских княжеств, никогда не ходил на поклон к хану. Напротив, Киев яростно сопротивлялся Орде. И это было естественным. Для славянского православного Киева татаро-монголы были не только оккупантами, но и чужаками по крови и вере. И поэтому никакого разговора с ними быть не могло. Поэтому совершенно непонятно, зачем славянскую православную Киевскую Русь записывают в прародительницу России, имеющую тюркские и мусульманские корни своей государственности. Киев ожесточенно дрался с татаро-монгольскими оккупантами, а в это время московские князья находили общий язык с ханом, пируя с ним за одним столом. В течение длительного времени Золотая Орда являлась для русской аристократии и князей важнейшим источником легитимности и престижности их власти. Русская аристократия была продолжением ханского двора, и, как следствие, значительная часть русской знати может назвать тюрков своими предками. Например, предок рода Тургеневых Мурза Лев Тургенев. В основе фамилии лежит имя тюркско-монгольского происхождения Турген, означающее «быстрый, вспыльчивый, горячий». Если из-за раны в ноге некий воин хромал, то он получал прозвище Аксак, отсюда фамилия Аксаков. Если был рябой или конопатый, то получал прозвище Чубар, отсюда фамилия Чубаров. Представители тюркской аристократии, сразу принятые в высшие классы российского общества, получили фамилии по русскому образцу, лишь с нерусской основой. Например, Карамзин, Ис, Кара, Черный, плюс Мирза, титул знатного человека, Тютчев, от Туч, бронза, и Чи-Джи, суффикс имени деятеля, то есть человека, работающий с бронзой или торгующий ею. Вот лишь небольшой список вроде бы русских фамилий, но в которых присутствует тюркское начало.
И продолжать придется долго. Многим сотням известных так называемых русских родов начало положили тюрки. Этим стоило бы гордиться, если, конечно, не вспоминать то, что древнемосковские князья были коллаборационистами или, современным языком, пособниками оккупантов. Хотя никто, в принципе, и не вспоминает. Вместо этого официальная российская история провозглашает прародительницей России ни много ни мало славянскую православную Киевскую Русь, в то время как тюркские мусульманские скрепы российской государственности затерялись где-то между бескрайними казахскими и монгольскими степями. А ведь несколько столетий вплоть до Петра I Россия, тогда еще Московия, не стеснялась своих тюркских корней. Первое в истории России регулярное войско, дворянская конница, в качестве основного языка межнационального общения имела, скорее всего, кыпчакский, главный язык Золотой Орды. Все это не могло не отразиться на языке московских княжеств. Не случайно и до сих пор русский язык очень сильно отличается от языков народов, которые Москва упорно называет братскими. Если русские считают себя братьями белорусам и украинцам, то почему тогда украинцы и белорусы понимают друг друга, говоря на родных языках, а русские не понимают ни слова ни по-белорусски, ни по-украински? Русский язык вообще с натяжкой относят к славянским языкам. Настолько сильно он заполнен тюркизмами, словами из тюркских языков. Не случайно в интернете ходят таблицы славянских языков в сравнении с русским. И там, где у нескольких славянских языков самые распространенные слова буквально идентичны, то русский вариант будет совершенно непонятно откуда взявшимся. Главный памятник русской письменности, слово о полку Игореве, в оригинале написан очень непростым для современников языком, и поэтому существуют многочисленные переводы на современный русский. Произведение содержит множество темных мест. Их расшифровка и перевод стали любимыми занятиями славистов-русистов. Это продолжалось до тех пор, пока за слово о полку Игореве не взялся казахский специалист по тюркским языкам Алжас Сулейменов. Он устроил славистам такой разгром, что они не могут отойти от потрясения до сих пор. Сулейменов без каких-либо проблем понял произведение лучше любого слависта-русиста. Потому что, оказывается, слово о полку Игореве написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском суржике, то есть кишмя кишит тюркизмами, который автор вставлял в текст с естественной непринужденностью, потому что это был язык того времени, в определенной степени сохранившийся и до сегодняшнего дня в виде языка русского. И выяснилась масса прелюбопытнейших вещей. Куры города тьму таракани наконец перестали кудахтать. Эти птички, веками смущавшие переводчиков, оказались обычными стенами. Кура у тюрков обозначает стену. Дебри Кисани из темных лесов, окружающих великий русский град Кисань, неизвестно, правда, где находившийся и куда потом девшийся, превратились в дебир Кисан, означающее «железные оковы». Тощие тулы, хоронившие князя, обратились из прохудившихся колчанов в худых вдов, обряжавших князя в последний путь, ибо у тюрков тула – это вдова. Птица гораздо, над которой тоже сломали голову многие переводчики, переводя ее как очень быструю птицу, стала гаразом, то есть по-тюркски петухом. И так далее, и тому подобное. Смысл всего произведения в результате этих многочисленных изменений оказался кардинально новым. Текст почти неузнаваемым. Сказать, что слависты-русисты обиделись, значит ничего не сказать. Книгу Сулейменова встретили гробовым молчанием. Ее существование как бы просто проигнорировалось. Но с тех пор ни одного нового перевода слова о полку Игореве больше не выходило. Потому что писать о нем, не принимая во внимание правок Сулейменова, теперь невозможно. А признавать их нестерпимо обидно. Та же история и с официальной российской историей. О некотором лучше умолчать, иначе вся идеология русского мира развалится на мелкие кусочки. До воцарения Петра I Россия жила по тщательно сохраняемым традициям, перенятым от монголов. Будущую массу жителей Российской империи вне культур и корневых языков формировало крепостничество. И почти за 400 лет сложилось послушное и безвольное население, забывшее собственную культуру и языки предков, традиции и обряды. Народ был забит и ни на что не способен. Вот почему Петр I полностью переориентировал Московию на Европу, переименовав ее на греческий
классический манер «Россия». Первая русская, Петербургская академия наук, была из привозных ученых – немцев, итальянцев, французов. Гастарбайтерами на судовых верфях были голландцы, первые артисты русского балета и русской оперы – французы и итальянцы. Вообще-то, получается, что русский – это совсем не национальность, а что-то иное. Причастность к чему-то общему для группы людей. Например, к глобальной идее вроде имперской, когда национальность всего лишь вторичный признак, а первичный – территория. И чем больше, тем лучше. Нахватавшись территории, империя при царе-реформаторе поняла, что размер и численность населения не делают государства успешными. К тому же завоеванные народы периодически восставали и не хотели жить в империи. Надо было что-то придумывать. И вот тогда как раз и придумали русских. Это прилагательное обозначает принадлежность к территориальному сообществу по признакам беспрекословного подчинения хану, царю, императору, генеральному секретарю или президенту. Русский – это как советский. Русский и российский – это слова-синонимы. Русский может носить фамилию татарского происхождения, бурятского, мордвинского, макшанского, казахского, польского, французского, шотландского, немецкого, итальянского, да бог весть еще какого. Он может быть и смугл, и раскос, блондин или брюнет, плюгавым или высокорослым. І ось у світлі вищесказаного замість висновка хочеться задати очевидне питання. Де та причина, хоча б одна, ну хоч маленька, де та причина, по якій в Росії вперто називають руських і українців одним слов'янським народом? Хіба азіати і європейці – це одне і те ж? І врешті-решт Русь на світі є одна, і вона київська. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Отвратительное качество и внешний вид, низкие потребительские свойства, пониженное содержание белка и микроэлементов, отбеливатели и химические улучшители. И в конце концов, никуда не годный вкус. Все это – не что иное, как описание национального российского продукта – хлеба. Большинство семей в России уже ощутило на себе тот факт, что с хлебом происходит что-то не то. Паршивое качество и вкус хлеба, сделанного в России, вызывает откровенное недоумение граждан. Так в чем же все-таки дело? А вот в чем. Россияне едят хлеб, сделанный из фуражной пшеницы низкого качества, пятого класса, которым обычно кормят животных и птицу. Именно поэтому хлеб в России сегодня такой отвратительный. Если раньше об этом можно было строить лишь догадки, то сейчас производители зерна и хлеба открыто признались в использовании фуража. С принятием закона о техническом регулировании в 2004 году у нас все ГОСТы добровольные. Да, он существует, этот старый ГОСТ, в котором записано, что нельзя использовать фуражную пшеницу на продовольственные цели, но его исполнять не обязательно. Это даже не нарушение законодательства и нормативов, понимаете, то, что происходит в текущей практике. То есть можно, в принципе, и фуражом чистым кормить? Да. А действует это таким образом, покупают там рядовую пшеницу четвертого класса, покупают какое-то количество для домеса фуражной пятого класса и чуть-чуть бросают улучшители с высоким содержанием клейковины. И по экономике получается дешевле, чем просто там испечь хлеб из муки, сделанной из пшеницы третьего класса. Самое примечательное, что это происходит как раз в разгар хваленого российского импортозамещения. Среди бодрой телевизионной лапши на уши о производстве собственного хамона и пармезана вдруг оказалось, что российского обывателя кормят хлебом из муки для скота. И все это на фоне рекордного урожая на зерновые в 2016 году, в котором, однако, наблюдался явный перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна. В прошлом году Россия впервые за десятки лет не произвела ни тонны пшеницы высших сортов. Если так пойдет и дальше, то в стране не останется нормального зерна для производства хлеба. Его, по сути, нет и сейчас, потому что пшеница более-менее сносного качества третьего и четвертого класса почти полностью экспортируется. Подобная продовольственная политика существует в России уже более сотни лет. Верхушка зарабатывает валюту, а
русский мужик кормится лебедой или банально голодает. Словосочетание «голодный экспорт» появилось не в 1933 году, как можно было подумать, а гораздо раньше. В 1891 году, когда резкий рост зернового экспорта вдруг совпал с неурожаем, министр финансов Российской империи Иван Вышнеградский обронил неосторожную фразу «недоедим, но вывезем». Ну, сегодня, конечно, до этого еще не дошло, ведь россиянам просто скармливают фуражное зерно для свиней. Самое интересное, что подобную ситуацию хотят твердо узаконить. В Госдуму внесен законопроект, который должен позволить производить хлеб из муки для скота. Кушайте, россияне! Конечно, в этой ситуации есть экономическая составляющая. Хлеб – это электоральный продукт. Кремль ни в коем случае не может допустить подорожания хлеба и недовольства пролетариата, в то время как в связи с санкциями издержки на производство растут в разы. Хлебопекам остается лишь одно – брать дешевый фураж, бодяжить его с химией и впаривать россиянам под видом хлеба. Те счастливцы в России, которые имеют средства и возможность выезда в цивилизованные страны, скучают за вкусной европейской выпечкой. И как они мечтают, возвратившись в свои Саратовы, о настоящих круассанах и хрустящих корочках на белом хлебе. Девочки, я вернусь жирной. Подайте мне, пожалуйста, карету. Конечно. В аэропорт, которая бы вместила вообще все это. Поговаривают, что те немногие российские туристы, которые бывают в Украине, обязательно увозят на родину несколько батонов белого ароматного киевского хлеба. Россия – щедрая душа. Суррогатный хлеб из муки для скота. Из корыта к вашему столу. Зато, как говорится, Крым наш. Ну-ну. В 2013 году в России проводился социологический опрос о том, кого россияне считают своими врагами. В компании с Америкой, которую традиционно сильно не любят граждане РФ, оказалась и Украина. Врагом ее назвали 18% россиян. В 2014 году эта цифра увеличилась уже до 30%. А если взять другую статистику об оценке действий Путина в Крыму и на Донбассе, то, учитывая более чем 80% поддержку президента своим народом, можно сделать вывод о том, что абсолютное, подавляющее большинство граждан РФ относятся к украинцам как к врагам. Украина и Россия находятся сегодня по разные стороны баррикад и на разных сторонах линии фронта. Миф о схожести и братстве украинского и российского народов, создаваемый российскими идеологами сотни лет, сегодня окончательно разрушен. 100 лет назад промоутерами мифа о дружбе-братстве были российские большевики, которым после войны за власть с бывшей царской империей пришлось формально признать наличие украинской нации. И то благодаря тому, что украинцы не хотели снова лезть в имперско-российское ярмо, а создали незалежную Украинскую Народную Республику. Чтобы вернуть украинцев в тюрьму народов, большевикам пришлось не только устроить кровавый террор, но и последовательно внушать сказку, созданную в 19 веке, о принципиальной неразделимости украинцев, россиян и белорусов. И какой-то феноменальной дружбе между ними. В частности, очень спекулировали на как бы общей истории, что облегчалось реальной невозможностью для миллионов украинцев в СССР ознакомиться со своим настоящим прошлым. Весьма паразитировали и на мнимой близости языков. Многие россияне и до сих пор считают, что украинский язык – это тот же русский. Достаточно только начать гэкать. Спекуляция на близости славянских народов всегда возникала в те моменты, когда России это было выгодно. Люди в России значительно более доверчивы, чем в Украине, и, безусловно, верят власти, поэтому легенда о братстве еще жива. А украинцы, поддающие все анализу и критике, сегодня миф о братстве с россиянами почти единогласно и навсегда выбросили из своей жизни. Неприкрытая
Холодная война России против Украины убеждает даже глубоких стариков в том, что россияне и украинцы далеко не братья и даже не родственники. Более 150 лет назад выдающийся ученый, профессор Киевского и Санкт-Петербургского университетов Николай Костомаров издал исследование об украинцах и россиянах. Сегодня актуальное как никогда, особенно касательно менталитета народов. Вот характерный отрывок. Взаимоотношения богатых и бедных. У россиян встречаются примеры трогательной привязанности к своему господину. Русский крепостной человек, слуга, раб нередко предан своему барину вполне, душой и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть. Напротив, украинцы оправдывают собой пословицу «волка сколько ни корми, все равно в лес смотрит». Напрасно богатые россияне приехавшие в Украину старались добрыми обращениями и справедливостью привязать к себе подданных украинцев. Барские работы исполнялись всегда без желания, не было искренности и привязанности. Поэтому россияне окружали себя земляками, а с украинцами находились в далеких отношениях, хотя те по своей природе трудолюбивее россиянина. Что характерно, с тех пор ничего так и не поменялось. В России и Белоруссии мы наблюдаем раболепие, поклонение царю-батюшке и чистейший авторитаризм. Относительно Украины, то, невзирая на попытки утвердить здесь авторитарное правление, этого сделать никак не удается. Украина остается демократическим государством, несмотря на все несовершенство этой демократии. И сегодня даже в якобы пророссийских Крыму и на Донбассе люд, симпатизирующий Путину, все равно пропитан украинским свободным духом, потому что не стесняется выходить на митинги и требовать своего, несмотря на запугивание оккупантов. А вот в России отнюдь. Чем объяснить такую кардинальную разницу? Главное, разная ментальность восточнославянских народов из-за этно-историко-культурных различий. Украинцы исторически являются народом, сформированным на славянской основе. В то время как белорусы – славянизированные балты, а русские – славянизированные угро-финны и частично те же балты. И русские, и белорусы являются, так сказать, этнически надломленными народами. Этим народам, которые не имели славянской основы, была навязана славянская политическая элита и славянская культура. При таком надломе, который осуществлялся преимущественно насильственными методами, у этих народов сформировалась покорность к государственному насилию. Эта покорность особенно была развитой у московитов-россиян, которые длительное время находились под властью татарских ханов. У них стереотипным стал образ деспотического правителя, царя-батюшки, как начальника государства. Это нашло отображение даже на языковом уровне. Термин «государство» фактически означает правление абсолютного правителя, государя. Показательно также, что создатель Советского Союза Владимир Ульянов-Ленин рассматривал государство как аппарат насилия, что отражено в его известном труде «Государство и революция». А вот украинец Станислав Ореховский почти за 400 лет до Ленина трактовал государство как общественный договор между свободными гражданами. Несмотря на трудовую миграцию, смешанные семьи, эвакуации, депортации, ссылки, несмотря на перемешавшееся в Советской империи население, каждая отдельная территория сохранила в себе многовековые исторические особенности. По крайней мере, Россия уж точно осталась Россией, а Украина – Украиной. Ради царя-батюшки Россия всегда будет терпеть любые лишения и есть блины с лопаты. А Украина любые попытки царствования всегда придушит очередным Майданом. Между украинцами и россиянами огромнейшая, просто вселенская цивилизационная и ментальная пропасть. Несмотря на это, вся громоздкая российская государственная машина пропаганды пытается нивелировать свободолюбие и независимость украинцев в глазах россиян и безуспешно уравнять народы, называя русских и украинцев одним этносом. Я считаю, что и как и считал,
что русские и украинцы – это действительно один народ. Мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически. Уверен, что за 17 лет в Кремле у Путина атрофировалось ощущение реальности, потому что народ он видит только через мутное стекло бронеавтомобиля, а те холопы, которые окружают царские тухис, годятся лишь для того, чтобы избавлять его от необходимости в использовании туалетной бумаги. Короче, вылизывают до блеска, поэтому где и в ком он видит один народ, можно только догадываться. Путин сплошь и рядом утверждает, что в Украине виной всему неправильная власть и неправильные националисты, а народ сплошь братский и точно такой же, как в России. Интересно, показывал ли Сурков Путину это видео? Это украинский народ. А это Россия. В принципе, это красноречивый ответ Путину на его один народ. И на этом можно было бы и закончить. Если бы не история последних лет. Российско-украинская война. Подлая и кровавая. Которую невозможно игнорировать и о которой написано и сказано уже очень и очень много, в том числе и на нашем канале. Не будем перечислять все те преступления, которые совершила Россия против украинского народа. Скажем лишь одно – такие грехи не замолить и за 1000 лет. Поэтому тем, кто еще верит в идиотский миф о братстве славянских народов, предлагаю засунуть его поглубже. Обратно в тухис. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Михаил Васильевич Ломоносов в середине 18 века написал: «У народа, который не знает своего прошлого, не может быть будущего». Знал ли он, насколько пророческими окажутся эти слова для его современной родины, которая привыкла трактовать свое прошлое в угоду настоящему? Какое же будущее может из этого получиться? И вообще, есть ли оно у российского народа? 1892 год. Деревня в Среднем Поволжье. На летящих по снежной улице санях, запряженных тройкой вороных, лихо стоит русский мужик, гордо воздымающий над головой американский звездно-полосатый флаг. Это картина известного художника-мариниста Ивана Айвазовского под названием «Раздача продовольствия». В России почему-то не принято афишировать тот факт, что США неоднократно спасали россиян от голодной смерти, в то время как собственные правители плевали на население с высокой колокольни. В начале 90-х годов 19 века в Российской империи в Черноземье и Среднем Поволжье бушевали голод и эпидемия. Для оказания гуманитарной помощи России в США был организован комитет помощи голодающим. Был сформирован флот голода, доставивший в Россию многие тысячи тонн продовольствия. Правительство США предоставило и финансовую помощь российским губерниям. Сани, изображенные на картине, развозят американское продовольствие, привезенное из-за океана пароходом Миссури. Момент прибытия этого судна в Россию присутствует на другой картине все того же Айвазовского «Корабль помощи». Россия неустанно голодала. И голодала не потому, что выращивала мало хлеба, а потому, что воевала беспрестанно. А война, как известно, дело дорогостоящее и денег из страны высасывающее. Именно поэтому все зерно, уходившее на продажу за кордон, давало империи деньги только на войну. Крестьянам же оставалось только голодать. История России – это фельетон на тему, как жить всем назло, постоянно воевать со всеми, плевать на всех и оскорбляться, а после чего садиться за стол и, стуча пустой плошкой по столу, кричать «Дай пожрать!». Характерен один факт, по свидетельству историков, отражающий реальное положение вещей. Недоедающий русский люд был всемерно благодарен американцам за помощь в избавлении от голода. На первой картине Айвазовского мы видим, как голодающие русские пейзане радостно размахивают платками, шапками, фафудьями, а кто-то и вовсе, упав в придорожный снег, молится русскому богу и воздает Америке хвалу за помощь.
Будущий император России Николай II писал тогда: «Мы все глубоко тронуты тем, что к нам из Америки приходят корабли, полные продовольствия». Резолюция, подготовленная видными представителями российской общественности, в частности, гласила: «Посылая хлеб русским людям в годину лишения и нужды, Соединенные Штаты Америки проявляют наиболее волнующий пример братских чувств. Тем не менее, с годами про помощь забыли». А через 30 лет история повторилась. Для большинства россиян неизвестным фактом остается помощь американского народа уже советской России в 1921-22 годах во время небывалого голода. Причины которого две – ограбление большевиками крестьян, когда были изъяты даже семена для посева, и засуха. Голод уже стал массовым явлением, но правительство Ленина пыталось его скрывать, рассказывая в газетах о плане электрификации страны. Когда бедствие приняло катастрофические размеры, правда наконец сообщила, что в стране голодают 25 миллионов человек от Петрограда до Урала. В реальности цифра была намного больше. Патриарх Тихон обратился с просьбой о помощи. «Епископу Нью-Йоркскому, через вас зову народ Соединенных Штатов Северной Америки. В России голод. Огромная часть ее населения обречена на голодную смерть. На почве голода – эпидемии. Необходима самая широкая помощь. Всякие соображения иного порядка должны быть оставлены в стороне. Гибнет народ, гибнет будущее, ибо население бросает свои дома, земли, поля, хозяйства и бежит на восток с криком: „Хлеба!“ Промедление грозит бедствиями, неслыханными доселе. Высылайте немедленно хлеб и медикаменты». Из обращения Максима Горького. «Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни. И я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами». И американцы не заставили себя долго ждать. Самую большую помощь предложила американская организация ARA. Она, как гласило заявление, ставит себе только одну задачу – оказать посильную помощь русскому народу, главным образом голодающим, больным и особенно детям. Территория современной Башкирии была одной из самых пострадавших. Голодало 80% населения. Филиал ARA в Уфе начал работать в ноябре 1921 года. Тогда же в городе открылись первые столовые для детей. Столовая номер один находилась на углу современных улиц Ленина, Коммунистическая, напротив почтамта. Жители провинции дивились американскому сгущенному молоку, какао, кукурузе и другим продуктам, которые они видели впервые. Не менее впечатляли сами американцы. Дружелюбные, энергичные, совсем не походившие на тех злобных буржуев, изображаемых советской пропагандой. Имевших опыт помощи другим странам, американских волонтеров потряс масштаб голода, нищеты и отношения власти к собственному народу. Иностранцы узнали, что слова «сейчас» и «завтра», которые они воспринимают буквально, для советских чиновников означают неопределенное время. На пике помощи американцы кормили около 30% населения республики. Всего в 1921-22 годах из США в Башкирию было завезено 1817 тысяч пудов продовольствия, свыше 1 миллиона банок консервированного молока, множество теплых вещей. Для борьбы с эпидемией холеры Америка взяла на себя поставки лекарства, дезинфекционных средств, медицинского оборудования, организовав с привлечением своих врачей пункты прививок и вакцинации населения. Большая помощь была оказана ARA и в борьбе с разрухой. Бесплатно снабжаемые горячим питанием трудовые отряды смогли восстановить дороги, школы и больницы. Существенным был вклад США в посевную кампанию 1922 года. Это семена, инвентарь и техника, что позволило в последующем собрать хороший урожай. Едва прошла критическая фаза бедствия, большевики начали тяготиться помощью Америки, дискредитирующей в глазах населения советскую власть. Уже в июле 1922 года правительство Ленина шокировало мир, заявив о намерении возобновить экспорт зерна. В январе 1923 года в Одессе можно было видеть следующую картину. Американский корабль в порту выгружал продовольствие для голодающих, а рядом грузилось зерном советское судно для отправки в Гамбург. Видя, что заботу о прокормлении голодающих советских граждан взяли на себя иностранные организации, советское правительство обратило свои ресурсы на иные цели. Кремль продал в Англии драгоценности на 20 миллионов золотых рублей и договорился о следующей продаже еще на 20 миллионов фунтов стерлингов. Это около 100 миллионов долларов в то время. Это были средства, превышающие пожертвования из-за границы голодающей России. В начале октября 1921 года Троцкий давал строго секретные указания советскому агенту в Германии
Германии Виктору Тропу разместить заказы на винтовки и пулеметы на сумму 10 миллионов золотых рублей. Об этом стало известно осенью 1922 года, что вызвало сильное изумление в американских благотворительных кругах. Сведения о том, что советское правительство сбывало собственные продукты за границу во время голода в собственной стране, шокировало общественное мнение Запада. Советские власти объяснили это тем, что им нужны деньги для приобретения промышленного и сельскохозяйственного оборудования, а совсем не оружие. Гувер выразил протест против бесчеловечной политики правительства, отрывающего у голодающего народа продовольствие в обмен на импорт оборудования и сырья ради успешной хозяйственной деятельности тех, кому посчастливится выжить. Но поскольку худшее было уже позади, большевистские власти пренебрегли мнением Запада. Сообщения об экспорте зерна из России сделали невозможным сбор средств в ее пользу. И в июне 1923 года иностранные общественники прекратили свою деятельность в России. Накануне закрытия уфимского филиала американских благотворителей местным властям Москвы было рекомендовано: при отъезде ара, приветствия, благодарность, проводы могут быть устроены, но должны носить абсолютно официальный характер от имени местных ЦИКов, СНКОМов, губисполкомов. Ни в коем случае не должно быть массовых от имени населения благодарственных актов и выступлений. Такой была благодарность советского правительства. Уезжало спасателей на одного меньше. От холеры погиб Гарольд Бленди. Едва выжил от болезни сам руководитель филиала Уолтер Белл, награжденный за свои заслуги званием «Почетный гражданин Уфы». По данным председателя ВЦИК Калинина, Америка спасла от голодной смерти 10 миллионов 400 тысяч советских граждан. Половина средств на гуманитарную помощь была выделена Конгрессом США, вторая часть собрана американским народом, жертвовавшим деньги, одежду и обувь. Газета «Известия», 21 июня 1923 года. Деятельность АРА высоко ценилась нашим правительством. Их помощь никогда не будет забыта в нашей стране. Корней Чуковский писал в то время: «Знаешь ли ты, мой дорогой Рокфеллер, что эти три посылки АРА значили для меня? Понимаешь ли ты, как благодарен я Колумбу за то, что в один прекрасный день он открыл Америку? Спасибо тебе, старый мореход! Спасибо тебе, старый бродяга! Эти три посылки значат для меня больше, чем просто спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе, и теперь я снова чувствую себя писателем». Впоследствии советская пропаганда будет рассказывать о шпионской и подрывной деятельности США в эти годы. Антиамериканизм насаждается и по сей день. Эту уловку наверняка знали еще вожди первобытных племен. Нарисовать на стене пещеры образ врага и, пока народ швыряет в него камни, тащить мясо из общего котла. Откуда потомкам спасенных от смерти знать правду? Тем более, что эта правда как-то не вяжется с политикой Кремля. Однако столь масштабная помощь оставила множество документальных свидетельств. Несколько лет назад Национальный музей Башкирии организовал выставку, посвященную миссии АРА. Впервые за всю историю. Но выставка действовала всего пару дней и была закрыта по звонку сверху. И это естественно. Как можно говорить о роли США в спасении русского народа от голодной смерти, когда на всех федеральных телеканалах сегодня принято называть Америку врагом, всячески притесняющим Россию? А ведь есть и недавние страницы истории. У современных россиян среднего возраста должны еще остаться в памяти события 1990-х, когда после краха Союза разоренная и нищая страна нуждалась в помощи. И она ее получила от Соединенных Штатов Америки. Provide Hope – операция военно-воздушных сил США по доставке продовольствия – осуществлялась с 1992 по 1997 год. То есть Америка возила России покушать целых 5 лет. 500 рейсов было осуществлено за это время. Или снова забыли? Таким образом, несмотря на постоянную политическую конфронтацию, в трудные времена американцы, грубо говоря, всегда кормили россиян. И как только те восстанавливали свой калорийный запас, то начинали хорохориться и звереть. Ровно как и сейчас. Россия верными шагами движется к очередному экономическому краху. И совсем скоро вернется эпоха пустых полок, очередей и драк за последнюю бутылку водки. Не удивлюсь, что через какое-то время первыми же, кто откликнется помочь голодающему народу, будут именно Соединенные Штаты Америки. Но вот беда, неблагодарные потомки не узнают того, как их дедов вновь спасали кровожадные янки от голодной смерти. Иваны, не помнящие добра, набьют свои брюха, вытрут рукавами лоснящиеся рты и снова начнут ненавидеть Америку. Так есть ли будущее у этого народа? Вопрос, конечно, риторический.
Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Вопрос: несет ли народ ответственность за дела своих правителей? Для российского менталитета ответ обычно звучит так: «Я тут ни при чем, от меня ничего не зависит, я маленький человек, меня заставили, я всего лишь исполнял приказ» и так далее и тому подобное. То есть среднестатистический житель России считает, что аннексия Крыма, война на Донбассе и в Сирии, репрессии против крымских татар, допинговые скандалы, хакерские атаки, политические преследования, а также другие преступления, инспирированные и одобряемые Кремлем, автоматически снимают всяческую ответственность с любого российского гражданина, в том числе с того, кто непосредственно участвует в злодеяниях Путина. «Нет посланца в деле греха», гласит старая восточная мудрость. На практике это означает, что если президент Путин разрешил, попросил, приказал или послал убить, соврать или украсть, то это не снимает с гражданина личной ответственности за преступление. Если ты российский чиновник или силовик, военный или пропагандист, депутат, журналист, наемник или просто симпатик Кремля, то за последние годы ты уже основательно нагрешил. И для тебя есть одна очень неприятная новость. Тебя никто не отмажет. Никакой Путин не возьмет твои грехи на себя. Как бы тебе ни казалось и какими бы мотивами ты не оправдывал свои действия – патриотизмом, любовью к России или уставом. В Нюрнберге нацистские преступники тоже пытались отмазаться тем, что только лишь выполняли приказ. Большинство из них в итоге было повешено. Каждый за свое злодеяние ответит сам, как и тот, кто послал его на это преступление. Кстати, той серой российской молчаливой массе маленьких людей, которые считают, что уж они-то точно ни в чем не виноваты, спешу напомнить другие мудрые слова из божественной комедии Данте. «Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет». Путин не отмажет никого. Он не святой и не мессия. Он банальный преступник континентального масштаба. А ты, россиянин, соучастник его злодеяний. Но ты держись там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Знаете ли вы, что географически Россия очень напоминает Чили? Узенькую полоску земли, вытянутую на тысячи километров. И сейчас вы поймете, о чем речь. На картах мира территория Российской Федерации кажется довольно большой. Страна занимает приблизительно 1/9 часть суши земли. Но на самом деле Россия – это небольшая страна. По населению, площади и экономике. ВВП России всего лишь 1/40 часть мирового. Население – 1/50. Среди бескрайних арктических пустынь, тундры, тайги и непролазных болот полезная площадь Российской Федерации – это всего лишь узкая полоска обитаемой земли, вытянутая с запада на восток. Вся идеология России всегда была построена на географическом величии и всяческом собирании земель. В кремлевских мечтах, как минимум, территории бывших советских республик должны снова принадлежать империи, а как максимум русский мир должен помыть сапоги в Индийском океане. Так называемое присоединение Крыма, казалось бы, удачно вписывается в эту ура-патриотическую парадигму. Очень интересно, что скажут ура-патриоты, узнав, что только за 10 последних лет Россия потеряла территории, равные 36 площадям Крыма. По итогам сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году, 97 миллионов гектар, а это почти половина сельхозугодий, не используются, то есть заброшены, превратились в пустыри или заросли лесом. 36 площадей Крыма. Выяснилось, что за личными подсобными хозяйствами закреплено 77 миллионов гектар, а реально используется только 14 миллионов. Причем в 90% подсобных хозяйств нет ни свиней, ни коз, ни овец, ни крупного рогатого скота. Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ – вдвое, посевные площади уменьшились на треть. И это при официально декларируемом курсе на импортозамещение и развитие сельского хозяйства. Отбирать чужое, не умея распорядиться своим, хуже, чем преступление.
Это потрясающая глупость, которую россиянам почему-то преподносят как победу. И что с того, что вы отжали Крым? Вместе с этим вы ведь действительно потеряли колоссальные площади. Причем не пустоши и неудобья, а почти половину лучших территорий страны – земель сельхозназначения. А прибавив сюда тундру, арктические пустыни, тайгу и прочие непролазные дебри, получим еще более неутешительную картину так называемого величия Российской Федерации. Реальная география обитаемой России – это всего лишь узкая изогнутая полоска унылого Замкадья, протянувшаяся от Пскова до Владивостока. Но голосуя за Путина в очередной раз, россияне, конечно же, вспомнят про Крым наш. Ведь именно этой пировой победой будут агитировать больше всего. Ах да, еще в заслугу Путину поставят Олимпиаду 2014 в Сочи. Ту самую, с подменой мочи российских спортсменов. Вот такая вот забавная география так называемого величия России. Покажите ее крымнашистам. Национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Эти слова актера Алексея Серебрякова не на шутку взбудоражили апологетов так называемого «русского мира». Первые лица российской «культурной» и «интеллектуальной» в кавычках элиты остервенело бросились на перебой клеймить актера за якобы нелюбовь и неуважение к России и ее гражданам. Обсуждение нравственного падения Серебрякова вкупе с общественным порицанием его персоны несколько дней было в топе тем всех основных федеральных медиаканалов, от которых в очередной раз густо повеяло тухлым отборным совком. Диковатый уровень общественной дискуссии вокруг актера, по иронии, только подтвердил его слова о наглости и хамстве как национальной русской идее. Откуда это в России? Стоит только интеллигентному человеку с тонкой эмоциональной конституцией заявить о каком-то несовершенстве в своей отчизне, как он в тот же час оказывается записанным в национал-предатели со всеми вытекающими порой печальными последствиями. Все, кто хотя бы самую малость чем-то, о ужас, недовольны в России, ну как так, ведь в России же все хорошо, или подвергают сомнению пресловутые скрепы, автоматически причисляются к пятой колонне Запада. А на страже всего этого лютого сюрреализма стоит государственная машина Российской Федерации, ставшая гротескной пародией на саму себя. И нету для федеральных борцов за духовные скрепы ни расстояний, ни времен. Пример запредельного российского мракобесия – это решение суда в Ростовской области. Писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина, 1828 года рождения, русский, женатый, место прописки – Ясная Поляна Щекинского района Тульской области. Судом города Таганрог 11 сентября 2009 года признан экстремистом в ходе антиэкстремистского процесса. Друзі, маленька самореклама. Заходьте на наш україномовний історично-політичний канал «Репостус» та дивіться нові актуальні ролики. А якщо ви розділяєте наші погляди та бажаєте підтримати розвиток українського Ютуб, дивіться це відео до самого кінця, де з'являться усі наші посилання. Щиро дякуємо! Заключение экспертизы, которое засвидетельствовало экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого, возбуждавшего религиозную вражду и или ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности, в следующем высказывании. «Я убедился, что учение Русской Православной Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения». Суд постановил, что данное высказывание Льва Толстого формирует негативное отношение к Русской Православной Церкви, и на этом основании статья, содержащая данное высказывание, была признана одним из экстремистских материалов. Спустя год, в 2010-м, Льва Николаевича Толстого снова признали экстремистом, но уже в другом суде, города Екатеринбурга. В
Все это можно было бы счесть досадными недоразумениями, но не тут-то было. Оказывается, что на федеральном уровне упоминание о писателе стало признаком неполиткорректности. Лев Толстой как бы перестал существовать для современного российского государства. Кремль полностью проигнорировал столетнюю годовщину со дня смерти писателя. Далекие Куба и Мексика организовали фестивали, посвященные творчеству Толстого. В Германии и США опубликовали произведения в новых переводах, а в Москве в это время хранили ледяное молчание. В России даже отказались брать в прокат блистательный европейский фильм о Толстом «Последнее воскресенье» с Хелен Миррен и Кристофером Палмером. И все эти санкции против русского классика возникли из-за того, что 120 лет назад Лев Николаевич замахнулся на духовные скрепы, посмел подвергнуть критике постулаты Русской Православной Церкви. Только значило ли это то, что писатель не любил и не уважал Россию и ее граждан? Ну, это уж отнюдь. Теперь возникает вполне резонный вопрос: а почему только Толстой впал сегодня в немилость Кремлю? Разве он один имел неосторожность высказывать нелестные комментарии о российской действительности? С превеликим интересом возьму на себя труд предоставить сторонникам так называемого русского мира, Следственному комитету РФ, депутатам Госдумы, РПЦ и прочим ревнителям духовных скреп список национал-предателей России с доказательствами. Итак, Пушкин Александр Сергеевич, поэт. «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке. Мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В четвертой песне Онегина я изобразил свою жизнь. Когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милой улыбкой: где же мой поэт? В нем дарование приметно, услышишь, милая, в ответ. Он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится. Ай да умница!» Вяземский Петр Андреевич, поэт. «Бог голодных, бог холодных, нищих вдоль и поперек, бог имений недоходных, вот он, русский бог, бог грудей и жоп отвислых, бог лаптей и пухлых ног, горьких лиц и сливок кислых, вот он, русский бог, глупым полн он благодати, к умным беспощадно строг, бог всего, что есть не кстати, вот он, русский бог». Глинка Михаил Иванович, композитор, автор оперы «Жизнь за царя». 27 апреля 1856 года Михаил Иванович, уезжая из России в Германию, разделся на границе до самого гола, бросил на землю платье, чтобы и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: «Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!» и шагнул под шлагбаум. Толстой Алексей Константинович, писатель, драматург, поэт. «Если бы перед моим рождением Господь сказал мне: граф, выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться, я бы ответил ему: ваше величество, везде, где вам будет угодно, но только не в России. У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, о красоте нашей истории, до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом». Тютчев Федор Иванович, поэт. «Русская история до Петра Великого – одна сплошная панихида. А после Петра Великого – одно уголовное дело». Аксаков Иван Сергеевич, поэт, публицист. «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порой жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов-отцов и благодетелей-взяточников. Вы не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы. Там, что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит, собственно, ей принадлежащий русский характер». Тургенев Иван Сергеевич, писатель, поэт, публицист.
Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит во фразе: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Он объяснил мне, что это его основное убеждение о России. Чехов Антон Павлович, писатель, драматург. Весь вечер искали по деревне, не продаст ли кто курицу, и не нашли. Зато водка есть. Русский человек – большая свинья. Если спросить, почему он не ест мясо и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и тому подобное. А водка, между тем, есть даже в самых глухих деревнях. И в количестве каком угодно. А между тем, казалось бы, достать мясо и рыбу гораздо легче, чем водку, которая и дороже, и везти ее труднее. Нет, должно быть, пить водку гораздо интереснее, чем трудиться ловить рыбу в Байкале или разводить скот. Максим Горький, писатель, драматург. И вот этот маломощный, темный, органически склонный к анархизму народ ныне призывается быть духовным водителем мира, мессией Европы. Вожди народа не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир. Тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас на Руси. Костер зажгли. Он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой. Шукшин Василий Макарович, писатель, режиссер, актер. Ложь, ложь, ложь. Ложь во спасение, ложь во искупление вины, ложь достижения цели, ложь карьера, благополучие, ордена, квартира, ложь. Вся Россия покрылась ложью, как коростой. Дабы не утомлять зрителя, на этом можно было бы и остановиться. Хотя продолжать цитировать известных и великих национал-предателей можно еще очень и очень долго. Столетия дремучей российской жизни сгенерировали не одну сотню красочных цитат о России от лучших людей своего времени. А пока это были всего лишь 10 характерных высказываний о России от экстремистов и либерастов 19 и 20 веков. Можно смело организовывать судебные разбирательства и клеймить буквой закона всех этих русофобов и национал-предателей. Всяких там Пушкиных, Вяземских, Тургеневых, Чеховых. Всех скопом отправить на кичу, чалиться ко Льву Толстому. А лучше бы вообще запретить классическую русскую литературу и заставить детей в российской школе изучать книги более политкорректных писателей. Например, майора ДНР Захара Прилепина, приехавшего в Донецк убивать украинцев и вполне серьезно считающего себя продолжателем военных традиций русских классиков. Дикий абсурд в России становится общепринятой нормой. То, что раньше казалось шуткой, сегодня, становясь реальностью, уже никого не смешит. И если кто-то думает, что приведенные выше цитаты, призванные подразнить сторонников русского мира, это такая шутка юмора, то он глубоко ошибается. Авторы этого ролика тоже думали, что просто шутят и издеваются над любителями скреп. Пока случайно не наткнулись на интервью главы культурной комиссии при Общественной палате России Федерации Павла Пожигайло, который выступил со смелой инициативой избавить школьников от слишком подробного изучения либеральных классиков 19 века. Их от греха подальше следует поставить под особый контроль, а сказки Салтыкова-Щедрина и вовсе, оказывается, представляют опасность для детей. Давайте откровенно. Часть писателей 19 века идеологически подковали будущих революционеров. Белинский, Добролюбов, Чернышевский формировали мировоззрение, оторванное от православия, где человек возносится как главная единица, знаменатель общественной жизни. Мое мнение таково. Идея литературы 19 века, что власть по определению виновна, а народ по определению чист, и привела к революции. Салтыков-Щедрин в своих произведениях делает виноватым власть, чиновников, превращает их в дремучее царство, а народ везде чист. Но народ не чист. Если с помощью литературы 19 века мы будем бить по стране, она рухнет. Создается впечатление, что сегодня не только власть, но и вся многострадальная Россия состоит из таких вот пожигайлов, которые ведут нацию к катастрофе. А крупицы честных и мыслящих людей, на самом деле любящих отчизну, но имеющих смелость называть вещи своими именами, к сожалению, ничего не решают.
Напоследок хочется процитировать слова, которые приписывают русскому философу Ильину. И даже если это сказал совсем не он, фраза как нельзя лучше соответствует сегодняшнему моменту. Россия – самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Мы живем в удивительное время. Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции. Высокие технологии поднимают качество жизни человека на невиданный доселе уровень. Достаток и комфорт граждан, а также общечеловеческие ценности становятся доминантами развития цивилизованных стран. А в России в это время 20 миллионов человек живут без водопровода, и любой гражданин может сесть в тюрьму за лайк в социальных сетях. Ну, это так, цветочки. А пока весь мир живет в 21 веке, Россия застряла максимум в 19-м. Сейчас, когда влияние в мире определяется современными технологиями и сильной экономикой, русские по старинке выкатывают свою ржавую царь-пушку и, звоня в царь-колокол, сжигают в горниле баталий и своих, и чужих детей. И можно было бы подумать, что вся проблема в обезумевших кремлевских сидельцах. Но не тут-то было. Уровень поддержки народом царя в России всегда был, есть и остается необычайно высок. Казалось бы, нонсенс. Разве можно по доброй воле соглашаться на плохую жизнь, бедность, войну и разруху? Разве можно в 21 веке быть добровольным рабом и радоваться своей участи? Российские реалии говорят о том, что еще как можно. В связи с этим многие задаются риторическим вопросом: а что же все-таки не так с Россией? Что это? Особый путь, Третий Рим или еще какой-нибудь сурковско-дугинский бред? А причин-то всего две, очевидных как божий день. Я не открываю Америку, но эти абсолютно связанные между собой причины дают полное понимание сущности сегодняшней России. Итак, причина первая. Генетическая, буквально мышечная память о крепостном праве, которое длилось 364 года и было отменено совсем недавно, всего каких-то 6 поколений назад, в 1861 году. Если вы думаете, что это было очень давно, то вдумайтесь в следующее. У среднестатистического россиянина возраста Путина прадед и прабабка 100% были крепостными. Стоит ли напоминать, что крепостничество было рабством, личной зависимостью от барина? Крепостного можно было свободно купить, продать, проиграть в карты, забить палками, затравить собаками, использовать как живую мишень и так далее и тому подобное. Доля крепостного была незавидна. Но вместе с этим за 3,5 века раб стал кроток и послушен, полностью повинуясь воле своего господина. Мало того, в большинстве своем сформировалось даже что-то такое отеческое и нежное во взаимных отношениях барина и крепостного. Русский человек уже не представлял себя как-то иначе, кроме как быть послушным и безропотным дитятей в руках своего феодала. Рабская генетическая память и рабский менталитет прадедов не оставляют современным россиянам ни единого шанса на иную жизнь. Как минимум еще 200 лет должно пройти, и все равно нет никакой гарантии, что мироощущение русского человека изменится кардинально. Покорность и почитание любой жестокой власти, отсутствие инициативы и самоуважения, готовность подчиняться и раболепие навсегда останутся основными качествами загадочной в кавычках русской души. Они – добровольные рабы, современные крепостные, согласные на такую жизнь. И никакие айфоны, айпады и интернеты этого не изменят.
так что надеяться там абсолютно не на что. Причина вторая того, что не так с Россией, также носит генетические корни, но несколько более глубокие. Российская государственность была сформирована ханами Золотой Орды. Начиная с 13 века русские князья получали ярлыки на княжение из рук хана и платили ему феодальную ренту, часть которой в свою очередь собирали со своих подданных. Никакие монголы, а тем более татары, не угнетали простой русский народ. Этим непосредственно занимались московские, тверские и прочие русские князья. Наведываясь в Золотую Орду, они полностью переняли монгольскую культуру и тип власти, которая была построена на насилии и жестокости. Это был невероятный объем власти у одного человека. Хан был абсолютно всем, а все остальные – ничем. Русские князья оказались хорошими учениками и за 250 лет сотрудничества с монголами сами стали Ордой. Это навсегда закрепилось в России. С тех самых пор и по нынешнее время вы не вспомните ни одного правителя России, который бы не придерживался ордынской культуры власти. Жестокость и обесценивание человека. Это длится столетиями и до сих пор пронизывает весь бюрократический аппарат Российской Федерации. Многовековая генетическая память российского чиновника заставляет его относиться к рядовому гражданину как к дорожной пыли. Ордынский тип власти распространился и на отношения внутри государственных менеджеров. И сегодня особенно видно, как вся Россия отдана на откуп местным князьям, то есть как и Золотая Орда поделена на улусы, которые платят дань и обеспечивают незыблемость ханской власти. А внутри своих улусов делают, что хотят, но дрожат при мысли о том, что могут впасть в немилость к хану. Куда ни кинь взор, всюду вся Россия сверху донизу пронизана Ордой. Кочевой ордынский менталитет объясняет нежелание Москвы обустраивать захваченные регионы. Стоит только посмотреть на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Крым, Луганск, Донецк, чтобы понять, здесь прошла Орда, и никакого будущего тут не будет. Все самое ценное вывезено и разграблено. А что-либо обустраивать и облагораживать для ордынского менталитета – это низко и недостойно. Мало того, если посмотреть на окрестности жизнедеятельности обычного россиянина, то ясно понимаешь – генетические, кочевые корни этого народа неистребимы. Горы мусора, заброшенность, упадок и абсолютное нежелание русского человека привести в порядок хотя бы собственный подъезд или двор. Такое впечатление, что он десятки лет живет в своей разрухе временно, ожидая команды по коням для нового набега на неосвоенные земли. Так и существует всю жизнь от того, что ордынская генетика сидит в нем глубоко и надолго. По этой же причине русские радуются захватам новых территорий и с удовольствием поддерживают притязания московских ханов на Украину, Прибалтику, Польшу, Казахстан и так далее и тому подобное. И по ордынской крепостной привычке готов беспрекословно подчиниться приказу своего хана и с разбегу прыгнуть в горнило новых войн. Ну, Орда, она и есть Орда, и надеяться в этом случае тоже абсолютно не на что. Кстати, попробуйте найти еще хотя бы одну страну, где народ так неистово хочет войны. Российская Федерация – это такая зловредная, стыдная хроническая болезнь, которая периодически всех беспокоит, мешая нормально жить. Все хотят избавиться от этой дурацкой несуразной хвори. Только никто пока не знает, как именно. Что не так с Россией? По-моему, все очень даже понятно и объяснено выше. Нет никакого особого пути. Нет никакого русского мира. Есть только многовековая Орда. Страна генетических рабов и генетических тиранов. Вот это вот все и является так называемой загадочностью русской души. Россию нужно понимать исключительно с этой стороны. И никаких сантиментов. Орда понимает только язык силы. Аминь. I don't know why you wanna treat me this way.
Однажды, 180 лет назад, чешский писатель Карл Гавличек сказал: «Русские называют все русское славянским, чтобы потом назвать все славянское русским». Эта фраза очень точно описывает многовековую стратегию экспансии русского мира на окружающие земли, исторически и культурно русским не принадлежавшие. Если мы вспомним новейшую историю Украины, а именно 2014 год, то становится понятно, почему россияне первым городом захватили именно Славянск. Символизм названия эпицентра событий стал важнейшей частью информационной спецоперации в поддержку так называемой «русской весны». Но это только верхушка айсберга. Россия многие годы с помощью пророссийских политиков и целенаправленной пропаганды повсеместно навязывала идею о том, что Донбасс – это якобы исконно русский регион. Из ярких примеров можно смело вспомнить выборы 2004 года и кремлевских политологов Януковича, разделивших Украину на якобы русский Восток и бандеровский Запад. Стоит понимать, что гибридная война России против Украины началась не в 2014, а в 1991, сразу же после подписания в Киеве акта провозглашения независимости. Если осознать этот факт и принимать его во внимание, то сегодняшние неуместные проявления русского мира на украинском Донбассе, все эти триколоры, двуглавые курицы, кокошники, косоворотки и матрешки будут вызывать только лишь гомерический хохот. А если чуть копнуть историю, то от утверждения об исконно русском Донбассе не останется камня на камне. Существует один очень интересный и уникальный исторический документ. В 1930 году в Луганск с лекциями приезжал крупный советский историк Сергей Пиантковский, автор многих работ по истории революции и гражданской войны. В 2009 году Казанский университет опубликовал записи из дневника ученого, которые велись им с 1927 по 1934 годы. Особенно интересно описание впечатлений Пиантковского от посещения Луганска и общения с его жителями. Вот характерная цитата. «Здесь абсолютно все учатся. Четыре вуза полны рабочими и донецкими крестьянами. В вузе я выступал с докладом. Все преподавание идет на украинском языке. Ребята даже плохо говорят по-русски, и мне присылались записки, написанные по-украински». Это описание Луганска 1930 года. В сети есть этот дневник. Официальное научное издание. Я оставлю ссылку в описании. Про Луганск там с 395 страницы. Другие цитаты. «Очень недурно говорил со знанием исторических фактов какой-то рабочий, участник знаменитого восстания в Горловке, старый уже украинец, довольно опытный массовик-оратор. Он произнес вообще интересную речь, удачно вспоминал события в Горловке и обращался к аудитории и на русском, и на украинском языке». Секретарь ячейки, украинец, не говорящий по-русски, с ужасом мне сообщил, что их профессор по истории Грушевский, не то племянник, не то брат украинского академика, думает о какой-то особой схеме Украины. А этот представитель украинской культуры был искренне уверен, что никакой особой схемы украинской истории не существует. И мне, великорусскому шовинисту, пришлось рассказывать ему о том, что украинский народ имеет свою историю и что может быть и особая схема истории Украины. В последней цитате есть намек на, казалось бы, историческую объективность и научную беспристрастность московского гостя касательно украинской истории. Но другие рассуждения Пиантковского объясняют, почему в его дневнике фраза «великорусский шовинист» написана без кавычек. Любой московский интеллигент заканчивается на украинском вопросе. Однако тут нужно отметить главное. По описаниям историка, Луганск 1930 года – это абсолютно украинский город с украиноязычным населением. Если бы тогда кто-то заикнулся о Донбассе как об исконно русских землях, то он бы вряд ли целым и невредимым унес ноги из Луганска или Сталина, тогдашнего Донецка. Это действительно удивительно, и мало кто об этом говорит, но несмотря на то, что в Украине на тот момент уже более 10 лет господствовала социалистическая идеология, это не мешало украинцам отстаивать национальные идеи. Вы только послушайте, что писал историк Пиантковский в следующем 1931 году, 424-я страница дневника.
На Украине пришлось приступить к организации Украинского института истории. Первые же впечатления необыкновенные. На первом заседании спор возник о том, будут ли на Украине готовить специалистов по истории России и Украины. Я доказывал, что нужно готовить и по истории России, относясь к истории России так, как они относятся к истории Франции. Украинцы вообще хотели выкинуть историю России из всяких изучений. Люди сейчас же стали орать дикими голосами, обвиняя меня, во-первых, в великодержавном шовинизме, во-вторых, в том, что я силой великорусской культуры хочу задавить молодую Украину. Существуют настроения среди украинской интеллигенции. Как националистически она настроена и какую придется вести борьбу на Украине? Что украинцы должны знать и русскую, и украинскую историю. Что главный политический враг сейчас на Украине не Россия, а Польша. Что все разговоры о том, что Украина представляла из себя экономически самодавлеющее целое в 20 веке, это есть разговоры, которые льют воду на мельницу украинских национал-шовинистов и украинской буржуазии. Что задача сейчас в области истории заключается в изучении колонизаторской роли Польши. Некоторые честные украинцы готовы прямо заявить, что Польша никогда колонизацией не занималась, а Россия всегда. А если они и готовы признать, что Польша была колонизатором Украины, то и то это они допускают до польских разделов, а после польских разделов Польша сошла на нет, и колонизатором была Россия. Я думаю, что этот украинский национализм резче проявляется в области литературы, искусства и истории. Это удивительно. Стоит признать, что советская Украина до Голодомора и массового сталинского террора весьма активно и даже агрессивно сопротивлялась российской экспансии, сохраняя свою национальную идентичность. Видный советский историк того времени Пиантковский в своем дневнике об этом писал прямо, хотя и имел противоположную позицию. Его, правда, потом все равно расстреляли, впрочем, как и многих его оппонентов. В этом видео представлен всего лишь один крошечный, но достаточно характерный пазл истории Украины и украинского Донбасса. А ведь подобных исторических материалов, только основательных и значительно более объемных, существует огромное множество. И в архивах, и среди научных работ, и в опубликованных книгах по истории, но, что самое главное, в памяти украинского народа. Просто до 2014 года украинская тема на Донбассе по политическим соображениям была абсолютным табу. Местными пророссийскими элитами там культивировалась российская культурная автономность. И это при том, что север Донбасса и часть пригородов Луганска и Донецка и сейчас в большинстве своем говорят на украинском языке. Можно много говорить на тему украинского Донбасса. Например, что в 1917 году в Бахмуте над уездной земской управой был поднят синий-желтый флаг УНР. А на севере современной Донецкой области в 1923 появились первые украинские автокефальные церкви. Можно полистать сборник этнографических материалов 1927-29 годов про Марьинку, Красногоровку и Авдеевку, убедившись, что в старых записях, сделанных со слов респондентов, нет ни одного слова на русском языке, а есть украинский фольклор, украинские песни и украинские обряды. Можно найти материалы о мощной сети АУН, организации украинских националистов, на территории Восточной Украины в начале 1940-х годов, когда у украинцев появилась надежда на то, что советы сюда больше не вернутся, и было организовано мощное антинемецкое подполье, когда плечом к плечу с ауновцами действовала, например, и молодая гвардия. В Краснодоне АУН имела большую поддержку населения, чем молодогвардейцы. Но этот факт после войны официальной пропагандой был скрыт, и в известной книге Фадеева события были перекручены в советскую сторону. Хотя одним из героев романа стал лидер украинских националистов на Донбассе Евген Стахів, конечно же, причисленный к членам молодой гвардии. Тема украинского Донбасса неисчерпаема. В моей семье, а я родом с Донбасса, хранится семейный архив документов, где, например, бабушкино свидетельство о рождении, которое выдано в Луганской области в 1929 году, написано полностью на украинском языке. Донбасс – это 100% украинский регион, поэтому разговоры об исторически исконном русском Донбассе, а также Крыме, Новороссии, русском мире, русской весне и прочих выдумках российской пропаганды не имеют никакой связи с реальностью от слова «вообще». Донбасс никогда не был русским. Российские претензии на этот регион смешны и абсолютно необоснованы.
Читайте историю, включайте разум и не будьте жертвами пропаганды. Донбасс – это Украина! Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Patreon. Всем добра! Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Почему-то считается, ну, по крайней мере официально в России, что все русскоязычные люди, находящиеся за пределами границ российского государства, непременно нуждаются в любви и заботе Российской Федерации. Отсюда и стремление к своеобразной защите русскоязычных во всех местах, до которых только может дотянуться «заботливая» в кавычках «кремлевская рука». Правители Московии убеждены, что имеют особое право собственности на сердца, умы и жизни тех, кто говорит на русском. А это значит, что, судя по тенденциям последних лет, над местами массового проживания русскоязычных вне России вполне могут нависнуть душные тучи русского мира со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. Напомню, что на Донбассе от заботливого российского вторжения пострадали прежде всего русскоязычные люди. Казахстану, Беларуси и странам Балтии стоит сегодня быть особенно настороже. Может быть, для носителей скреп это и прозвучит святотатством, но говорить на русском языке это вовсе абсолютно не означает любить Россию-матушку. Что, впрочем, не касается любви к русской классике. Тут уж деваться некуда. Если ты говоришь на русском, то не сможешь равнодушно относиться к Пушкину, Шукшину, Чехову, Тарковскому, Достоевскому, Довлатову и так далее. Включая даже украинофоба Бродского. У каждого, естественно, соберется свой список предпочтений. Но любить при этом Россию, Березки и Путина совсем не обязательно, правда? Кстати, интересно, вот, например, писатель и драматург Шалом Алейхем, писавший и на русском, и на идише, и на иврите. Он русский писатель или таки еврейский? Или же Андрей Курков, пишущий на английском, немецком, украинском и русском? Он русский писатель? Английский? Немецкий? Или все-таки украинский? Значит, все же пользоваться русским языком – это не одно и то же, что пылать страстью к России. Но почему же тогда Владимир Владимирович со всей своей государственной и военной машиной так упорно стремится навязать свою заботу русскоязычным людям по всему миру? Может, это у него старческое? Во время Второй мировой войны и после ее окончания на территории Европы и всего земного шара по вполне понятным причинам господствовала германофобия. Особенно туго пришлось не только жителям Германии, но и немецкоговорящим швейцарцам, австрийцам, северным итальянцам и восточным бельгийцам. Мне очень хорошо понятны чувства немецкоговорящих людей тех лет. Великая культура, Гёте, Гейне, Гессе, Гегель, и вдруг случается Гитлер. Точно так же, как в Российской Федерации случился Путин. Как и Германия в свое время, Россия сегодня приносит бездну горя большому количеству людей на разных континентах. Поэтому, когда в Кремле жалуются на невесть, откуда взявшуюся в мире русофобию, то хочется сказать только одно. Что посеешь, Россия, то и пожнешь. Я живу в Украине и свободно говорю на русском языке и украинской мове. Но считаю, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский, потому что у русского языка уже есть своя отдельная страна, которая обязана защищать русскоязычных в международно признанных границах своего собственного государства. И чем раньше в Москве поймут, что говорить на русском не означает любить Россию, тем спокойнее и безопаснее будет житься людям, пользующимся русским языком в Украине, Беларуси, Казахстане, странах Балтии и остальном мире. Владимир Владимирович, мы тебе, к счастью, не соотечественники. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Patreon. Всем добра и слава Украине!
Загадочная русская душа. Стереотип родом из русской литературы, отражающий, как считается, уникальные черты менталитета русских в сравнении с иностранцами, жителями западного мира. Загадочную русскую душу придумали в 19 веке Достоевский и Толстой, чьи книги были пронизаны этическими и нравственными вопросами. Но если учесть, что русские крестьяне грамотой не владели, то пребывали они в полном и абсолютном неведении о глубине и загадочности своего внутреннего мира. Романтические, идеализированные представления русских писателей о народе сыграли с этой пресловутой загадочной русской душой весьма злую шутку. В период бурных революционных событий и гражданской войны в России цивилизованный мир просто ужаснулся реальной сущности этого народа. Правда, в тот исторический период русские мыслители уже не питали никаких иллюзий по этому поводу. «Я думаю, что русскому народу исключительно свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости влияло чтение житий святых великомучеников, любимое чтение грамотеев в глухих деревнях. Если б факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц, о них можно было не говорить. Но я имею в виду только коллективные забавы муками человека». Это одна из цитат из скандальной статьи, вышедшей в 1922 году в Берлине. Она произвела фурор в Европе. Но в России эту статью не издавали ни до, ни после войны, ни в перестройку, вообще никогда. Просто не издавали и все тут. Быть может, как раз потому, что именно в этом сочинении говорится о варварстве и отсталости русского народа откровеннее, чем где-либо еще. И тем удивительнее, что автором этой статьи под названием «О русском крестьянстве» является признанный классик русской и советской литературы Максим Горький. Хрестоматийная фигура писателя, эталона соцреализма, не дает даже повода усомниться в его уважении к собственному народу. Кажется, что уж кто-кто, а Горький точно не мог написать подобной статьи. А он писал. Писал подобное и не один раз. Стучался в темные души своих современников, предостерегал от неминуемой катастрофы. Просвещал, но понимая тщетность своих усилий, все же надеялся на то, ошибочно надеялся, что лучшие времена России еще когда-нибудь наступят. «Как евреи, выведенные Моисеем из рабства египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень. Все те почти страшные люди, и место их займет новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей». Стоит сказать, что такая экспрессивная, шокирующая оценка соотечественников – это далеко не беспочвенная фантазия автора. Максим Горький знал жизнь простого люда не понаслышке. Детство и юность, проведенные в ужасающей бедности в канаменских трущобах Нижнего Новгорода, дали писателю богатый материал для размышлений о сущности русского народа. Горький, испробовавший десятки профессий и пешком обошедший страну, всю свою жизнь имел неугасающий интерес к живому человеку самых низших сословий, составляющему основную массу населения России, и при первой малейшей возможности основательно беседовал с людьми, встречающимися на своем пути. Сам Горький об этой своей особенности выразился жестоко в письме к Леониду Андрееву. «Лет с 16 и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем «здесь свалка мусора». Ох, сколько я знаю, и как это трудно забыть». Вышеупомянутая статья о русском крестьянстве, которую так не любят вспоминать в России, изобилует бытоописанием шокирующих нравов, царящих в среде простых русских людей. Некоторые абзацы настолько потрясают натурализмом описания жестоких сцен, что в сегодняшнем гипертолерантном мире автора бы направили в вечный бан во всех известных социальных сетях, а в современной России точно признали бы экстремистом. Настоятельно рекомендую прочитать
прочитать эту статью целиком, для полного понимания того, чем была Россия, чем есть и, в общем, чем она останется в будущем. Скан оригинального берлинского издания 1922 года ищите на сайте hrendyabliki.com. Ссылка в описании. Здесь же приведу несколько характерных, более-менее цензурных цитат, дающих общее представление о сущности российского населения. Например, в своем тексте Горький пишет: «Кто более жесток, белые или красные? Вероятно, одинаково, ведь и те, и другие – русские». И продолжает, приводя фрагмент беседы с командиром крупного соединения Красной Армии. «Внутренняя война – это ничего. Я вам, товарищ, прямо скажу, русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое, ну, сожгут деревню, чего она стоит? Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать». Это ничем не мотивированная садистская безжалостность абсолютно далека от христианских ценностей, которыми так показно бравируют россияне. «В 1919 году милейший деревенский житель покойно разул, раздел и вообще обобрал горожанина, выманивая у него на хлеб и картофель все, что нужно и не нужно деревне. Не хочется говорить о грубо насмешливом, мстительном издевательстве, которым деревня встречала голодных людей города. Всегда выигрывая на обмене, крестьяне в большинстве старались и умели придать обмену унизительный характер милостыни, которую они нехотя дают. Интеллигент почти неизбежно подвергался моральному истязанию. Например, установив после долгого спора точные условия обмена, мужик или баба равнодушно говорили человеку, у которого дома дети в цинге: «Нет, иди с Богом, раздумали мы, не дадим картофеля». Когда человек говорил, что слишком долго приходится ждать, он получал в ответ злопамятные слова: «Мы, бывало, ваших милостей еще больше ждали». Да, чем другим, а великодушием русский крестьянин не отличается. Про него можно сказать, что он не злопамятен. Он не помнит зла, творимого им самим. Да, кстати, не помнит и добра, суденого в его пользу другим. Абсолютно понятно, что мораль русского человека – это что-то глубоко азиатское, основанное на почти беспрекословном подчинении хану или царю. Это выученная беспомощность рабской жизни и озлобленность от этого на весь мир. А если где русский вдруг чувствует свою значимость, то он тут же в полной мере отыгрывается на первом встречном за свои унижения. Отсюда же отсутствие свободной мысли, инициативы и презрения к честному труду. Недаром в чести у русских Иванушка-дурачок и скатерть-самобранка. «Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легче жить будет, а то замаяли вы нас». Весьма характерная фраза жителя русской деревни 20-х годов прошлого века. Максим Горький пробует разобраться, откуда же такая дикость в русской глубинке. «Человек Запада еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей итальянской ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до мощных силезских фабрик. Это впечатление всасывается ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека, уважение к его труду и чувство своей личной значительности, как наследника чудес труда и творчества предков. Такие мысли, такие чувства и оценки не могут возникнуть в душе русского крестьянина. Безграничная плоскость, на которую тесно сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желания. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Вокруг бескрайняя равнина, и в центре ее ничтожный маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда. И человек насыщается чувством безразличия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта своего идеи. Историк русской культуры, характеризуя крестьянство, сказал о нем: «Множество суеверий и никаких идей». Это печальное суждение подтверждается всем русским фольклором. Известность Горького всегда была отчасти скандальной. Он говорил о том, о чем принято было молчать.
Даже Толстой и близко не подходил к тому дну, с которого Горький вел прямые репортажи. Несомненно, статья о русском крестьянстве – это нужная публицистика в сегодняшнее время. Реальная сущность русских – это совсем не то, о чем говорят по федеральным каналам. Это вообще не то, о чем вещает президент России. Все это фантазии, не имеющие под собой никакой исторической и ментальной основы. Когда российский народ занят исполнением несвойственных ему ролей и создает вокруг себя фантастические мифы об особой роли русских в мире, стоит показать ему эту статью. Потому что за последние 100 лет русские вообще-то не особо сильно изменились. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. В 2015 году ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, и отдельно Иркутский национальный исследовательский технический университет провели опрос среди граждан России на знание государственной символики. Данные оказались схожими, но москвичи представили причесанную статистику, а иркутяне врезали правду-матку по полной. Так вот, 90% граждан России не смогли дать точного описания герба Российской Федерации. Смотрите иркутское исследование, ссылка в описании. 60% россиян не вспомнили первые слова гимна. И 40% россиян неправильно назвали цвета государственного флага и их расположение. Все чаще опросы общественного мнения в России показывают обесценивание государственных символов в жизни отдельного гражданина и всего общества. Не случайно каждый шестой россиянин, по данным того же ВЦИОМа, абсолютно безразличен к флагу, гербу и гимну Российской Федерации. Вот так сюрприз. Сложно ведь спорить с тем, насколько важны государственные символы для каждой державы. Они объединяют людей, превращая аморфную толпу в единый народ. Флаг, герб и гимн, формируясь на протяжении столетий, отражают историю, традиции и ценности государства, близкие и понятные гражданам. Но что не так с Россией? Социологи говорят о низком уровне общности граждан с политическими институтами. Население не знает и не понимает программы развития российского общества и поэтому ментально не ощущает государство Россию своим или для себя. Социология социологией, но может быть дело в чем-то совершенно другом, скажем, в самих символах Российской Федерации. Вот, например, невероятно странная история с флагом. Вы не поверите, сколько лет бело-синий-красный стяг является официальным флагом России. Можно было бы и хотелось бы ответить, что лет 300 и больше, но нет. Бело-синий-красный флаг в дореволюционной и современной России является официальным государственным символом в общей сложности 50 лет. Арифметика проста. Российский триколор использовался как единственный официальный флаг России уже на закате империи с 1896 по 1917 годы, плюс используется в наше время с 1991 и по сей день, в сумме 50 лет. В то время как, например, Красное Знамя СССР без перерывов являлось символом государства 70 лет. Кстати, до середины 19 века никакого официального флага, основного символа государства, у Российской империи не было и в помине. А когда появился уже известный всем триколор, дела у России стали идти как-то не очень. Что же не так с бело-сине-красным флагом? И почему русские несколько столетий никак не могли определиться со своими символами? Давайте разберемся подробнее. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео.
В 1668 году Московское царство не имело никакого государственного флага. В то время голландец Давид Бутлер, который руководил строительством первого московского корабля «Орел», обратился к царю за разъяснением. Какой флаг устанавливать на корабль, согласно обычаю, что существует во всех государствах? Этот вопрос стал для царя неожиданным. Великий государь Московии даже не представлял о существовании такого символа государственной власти. Как-то раньше обходились ханскими ярлыками, и все было хорошо. Впрочем, чтобы не осрамиться на всю Европу, московиты задали встречный вопрос: «А какой флаг имеет твоя родина, Бутлер?» На удивление царя и его окружения, Бутлер не колеблясь назвал главные цвета флага своей родины – Голландии. Три горизонтальные полосы – красная вверху, белая внутри и синяя внизу. Царь Алексей Михайлович с облегчением вытер вспотевший от напряжения лоб и приказал выдать на изготовление флотского флага Московии ткани, к слову сказать, импортные – красного, белого и синего цветов. Видимо, царь понял голландца слишком буквально. Ну а в каком порядке цвета разместили на штандарте корабля «Орел» достоверно неизвестно. Флаг не сохранился. Хотя есть, конечно, некоторые предположения, которые, однако, сложно проверить. Впервые использование бело-красно-синего флага на Московии зафиксировано 6 августа 1693 года во время плавания Петра I на яхте «Святой Петр» по Белому морю. Флаг был странной формы для морского штандарта – прямоугольник длиной 4,3 и шириной 4,6 метра. Обычная длина флага превышает его ширину. Этот штандарт каким-то чудом сохранился до наших дней и сейчас находится в одном из музеев Санкт-Петербурга. Однако этот флаг в то время не стал официальным государственным стягом Московии. Более чем через 100 лет, в 1805 году, император Александр утвердил флаг российско-американской компании, той самой, что разрабатывала пушной промысел на Аляске и отгребла потом от местных индейцев, алеутов и тлинкитов. Видео об этих событиях вы можете посмотреть на нашем канале. Флаг представлял собой полотнище из трех горизонтальных полос – белой, синей и красной, в соотношении по ширине 2:1:1. Но этот флаг снова не стал официальным в России, но под этим триколором Российская империя проиграла русско-индейскую войну и с треском вылетела с Аляски. К середине 19 века Российская империя все еще не имела официально утвержденного государственного флага. Лишь 11 июня 1858 года вышел указ императора Александра II, согласно которому государственным флагом Российской империи признавался черно-желто-белый рисунок гербовых цветов. Почему именно эти цвета? Утверждалось, что они встречались в кокардах предыдущих царей. Но почему эти цвета использовали предшественники? Возможную разгадку тайны подсказывает стремление московских царей приписать себе родословную чуть ли не от сотворения мира. Видимо, московским императорам весьма хотелось добраться корнями своей империи до седой древности. Поэтому государственными цветами в то время они выбрали черно-желтую основу – цвета Габсбургов, императоров Священной Римской империи германской нации, которая вела свое происхождение от империи Карла Великого и античного Рима. И вот дальше начинается самое интересное. В 1896 году царь Николай II наконец официально утверждает привычный сегодня бело-сине-красный флаг единственным государственным флагом Российской империи. И под этим флагом Российская империя терпит поражение в Московско-японской войне 1904-1905 годов. Под бело-сине-красным флагом Российская империя, единственная из стран Антанты, терпит сокрушительное поражение в Первой мировой войне и прекращает свое существование. Царя Николая II вместе со всей семьей казнят большевики.
Временное правительство объявляет бело-сине-красный флаг единственным государственным флагом Российской Республики в марте 1917 года. А уже в октябре того же года временные были сметены московскими большевиками, которые считали своим флагом красный. Под бело-сине-красным флагом белое движение было наголову разбито большевиками в гражданской войне 1917-1922 годов. Во время Второй мировой войны власовцы сражались с большевизмом на стороне Третьего рейха под бело-сине-красными флагами и потерпели полное поражение. В 1991 году под бело-сине-красным флагом на замену коммунистическому тоталитаризму СССР в России пришла олигархия во главе с Борисом Ельциным. Под этим же флагом Российская Федерация проиграла Первую Московско-Чеченскую войну. Что же получается в итоге? Российский триколор возникал периодически в Москве еще с 17 века, когда его сделали на основе голландского. Но став официальным флагом на рубеже 19 и 20 веков, оказался для России не самым счастливым символом. Бесславная история триколора – это история символа, который на самом деле плохо прижился в России. Не имеющий прочной исторической базы, основанной на долгосрочной связи времен, бело-сине-красный флаг так и не стал флагом российского народа, объединяющим символом общества, а остался лишь знаком центральной московской власти. Говоря простым языком, триколор сегодня – это флаг Кремля и Путина, и к россиянам не имеет никакого отношения. Поэтому огромная часть граждан России не может правильно назвать цвета собственного флага и их расположение, описать герб и вспомнить первые строчки гимна. Такую картину показывают регулярные социологические опросы ВЦИОМа и других служб. Я оставлю пару ссылок в описании. И еще немного о символах. Герб России, двуглавый орел, достался русским от византийской жены Ивана III. Русские цари, очень хотели породниться с потомками знатных родов Священной Римской империи, с той же целью, с которой присвоили себе историю Киевской Руси. Двуглавый орел не имеет никакого отношения к собственной истории Московии. А про российский гимн и говорить нечего. Это гимн советский. Тогда уж и флагом современной России нужно было сделать красный, более привычный россиянам. Ну правда, какой триколор, если на улицах всех городов стоят Ленины, а улицы называются советские? В общем, выходит, что государственные символы Российской Федерации – это символы заимствованные. За свою историю Московия не сгенерировала собственной уникальной символики, а, преклоняясь сотни лет перед странами Запада, хаотично брала для себя все, что плохо лежало, стремясь стать в один ряд с древними империями с богатой историей. Но Москве так и не удалось стать Третьим Римом и создать связь времен. Сегодняшние граждане России плохо знают государственную символику и не воспринимают триколор и двуглавого орла как что-то свое, близкое сердцу. И эта утрата смыслов и значений символов государства значительно опаснее для Кремля, чем абсолютно все внешние угрозы вместе взятые. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Москвитяне, питая большое отвращение к работе, предаются не только пьянству, но и бесстыдству, часто нетрадиционному. Порок этот у них весьма распространенный. Кроме этих порочных и преступных наклонностей, они являются народом в высшей степени вероломным.
Эту цитату из реляций, написанных в 17 веке английским дипломатом Карлейлем, вы вряд ли найдете в российских учебниках истории. Патологически, подчас шокирующие нравы и обычаи населения Московии, особенно в части удовлетворения плотских инстинктов, это то, о чем среди российских историков не принято говорить вслух. Но, тем не менее, никуда не денешь десятки письменных свидетельств, созданных иностранными дипломатами, путешественниками, учеными, собственными глазами, видевшими жизнь всех сословий Московского царства без прикрас. Возможно, мужик имеет веселую, обходительную жену, которая служит его грубым прихотям, он все же ведет животную жизнь, предпочитая в постели юнца, а не женщину. Такие грязные грехи одолевают пьяную голову. Жена, чтобы вернуть долги пьяного мужа, бросается от зловонной печи к дружку, превращая в публичный свой дом. Неудивительно, что с такими низкими и звериными нравами они топором делают свои их главных богов. Их идолы поглощают их сердца. К Богу они никогда не взывают. Данный фрагмент подстрочного перевода стихотворных посланий из Московии Джорджа Турбельвилля 1569 года – один из многочисленных документов эпохи, описывающий нравы московитов с обезоруживающей откровенностью. Казалось бы, такие нетрадиционные интимные моменты должны были остаться за закрытыми дверьми, вне глаз посторонних, либо основываться на слухах или домыслах. Но нет. Все бы так и было, если бы не одна особенность московита. Самому, ни от кого не прячась и никого не стесняясь, выставлять свои утехи на всеувидение, пересказывать извращения свои и чужие, хвастаться и смаковать мельчайшие, повергающие в шок подробности. Это отмечают все авторы, поделившиеся незабываемыми впечатлениями от пребывания в Москве в течение 16 и 17 веков. Бережно отобранные цитаты будут приведены ниже. Ссылки на первоисточники ищите в описании к видео. Доктор Фрейд сегодня заплакал бы от умиления. В психологической науке это называется вытеснением, которое обычно проявляется в виде немотивированного забывания или игнорирования. Целая страна, Россия, клеймящая позором загнивающий, бездушный и развратный Запад, оказывается, забыла, что еще совсем недавно, каких-то пару-тройку сотен лет назад, была царством глубочайшего порока, нетрадиционных нравов и извращенных этических норм. Все это вытеснено в коллективное бессознательное русских, и сегодня они претендуют на якобы эталон нравственности и чистоты в современном мире. Невольно вспоминается фраза из анекдота: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?» Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. В июне 1568 года от английских берегов отправился корабль «Гарри», на борту которого находилось королевское посольство в далекую Московию, сэра Томаса Рандольфа. В посольской свите, состоявшей наполовину из джентльменов, жаждавших посмотреть мир, обязанности секретаря посла исполнял поэт Джордж Турбервиль, будущий автор трех посланий в стихах, адресованных из России друзьям в Англию. «Я покинул мою родину совсем как безумец, и в незнакомой мне земле вращался среди русских, людей чрезмерно грубых, к порокам низким склонных, народа, способного быть в свите Бахуса, поскольку пьянство в их природе. Пьянство – все их наслаждение, баклага – все, за что они держатся. Несмотря на чудовищный разврат среди женщин и их доступность, московит все же отдает предпочтение однополым отношениям и связям с юнцами. Возможно, это и есть следствие доступности, а возможно, это обычная среда пребывания, где взрослый для удовлетворения плотских потребностей не видит отличия ни в поле, ни в возрасте, что и передается из поколения в поколение».
Другой автор, Петр Петрейда Ерлизунда, швед, пробывший в Москве с 1601 по 1604 год, собирал разнообразную информацию о стране, прикрывая эту деятельность врачебной практикой, что вылилось в итоге в монографию под названием «История о Великом княжестве Московском». В нравах, обычаях и обрядах они так отвратительны, грубы и невежественны, что не только оскверняют и пакостят себя всякими содомскими грехами, но еще и хвастают и похваляются тем, что они то-то сделали и так-то поступили. Точно так же для русских слабы и ничтожны всякие честные законы и уставы. У них делаются и допускаются почти все грехи и пороки, так что честный и приличный человек ужаснется, услышав о том. Дворяне, разорившиеся, считают большим срамом работать на себя своими руками или добывать что-нибудь, работая на других. Когда это предложат кому-нибудь из них, он отвечает: «Это не совместно с моим званием». Когда у них не будет денег, они бродят по всем закоулкам и смотрят, не попадется ли каких-нибудь богатых молодчиков, и предлагают им для блуда своих жен. Берут с них по 2 и по 3 талера за раз, смотря по красивости и миловидности жены, или как сойдутся в цене. Муж все время ходит за дверью и сторожит, чтобы никто не вошел, не помешал и не потревожил их в таком бесчестном и распутном занятии. Сэр Томас Смит, англичанин, находившийся с торговым посольством при дворе Бориса Годунова, был умным, тонким и наблюдательным дипломатом, сумевшим добиться удовлетворения английских интересов в Москве. Как и многие его современники, посетившие Россию, он отмечал некоторые особенности обычаев и нетрадиционных нравов, царящих в среде московитов. Распутство составляет в этой стране столь общераспространенный грех, что их глаз сейчас же подметит его в иностранцах. Поэтому, ради спокойствия вашей собственной совести и телесного вашего здоровья, гнушайтесь разврата, как самой противоестественной слабости. И это тем более, что в этом отношении московитяне не только чудовищно бесстыдны, но как бы олицетворяют собою само бесстыдство. Путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс в своих сказаниях герцогу Тосканскому о Москве описывает русских следующим образом. Они до того дошли в необузданном увлечении грехом, что не разбирают, принося жертвы Венере, ни пола, ни способов. Погруженные в глубочайшее невежество, они, по правде сказать, не в состоянии понять тяжести этого преступления и полагают, что исполняют все, что требует праведность христианина, если снимут с шеи крест или закроют изображение святых, прежде чем приступят к совокуплению с блудницею или юнцом, ее заменяющим. Стоит сказать, что источников, описывающих нетрадиционные нравы и обычаи населения Москвы, имеется достаточное количество для того, чтобы сделать обобщающие выводы о морально-этических нормах московского общества прошлого. И для этого прекрасно подходят избранные цитаты из произведений авторов тех лет. Да хоть положим Яна Стрюйса из «Путешествий по Москве», изданных в 1670 году. К тому же московитяне неучтивые, суровые, невежественные, вероломные, недоверчивы, жестоки и предаются страстям таким скотским, что содомский грех не считается у них особым преступлением, которое при том же не составляет у них тайны. Упомянутые книги и большинство из еще более десятка подобных монографий, написанных иностранцами о Москве 16-17 веков, присутствуют в так называемой президентской библиотеке Бориса Ельцина, относящейся к управделами президента РФ. Уверен, что Борис Николаевич, как человек разносторонний, с интересом листал эти пожелтевшие страницы. А вот Владимир Владимирович, судя по всему, всегда игнорировал все противоречащее его советскому мировоззрению.
населению. Аналогично ведет себя и большинство жителей Российской Федерации. Игнорируют и забывают неудобные страницы истории. Даже поговорка у русских есть специальная для таких случаев. Кто старое помянет, тому и глаз вон. Поэтому напрочь забыты все скотские грехи, обычаи и пороки прошлого. Забыт также, например, и фашизм, который русские строили параллельно с Гитлером. И теперь россияне свято верят в то, что они главные поборники традиционных ценностей в мире и эталонные антифашисты с большой буквы. То есть все скотское, ужасное, извращенное, нетрадиционное, постыдное, неудобное и античеловечное, все эти скрепы порока, являющиеся неотъемлемой частью русского мира, вытеснены в России в коллективное бессознательное. Теперь они непогрешимые праведники, с пеной у рта обвиняющие Запад в бездуховности и разврате, крича, мол, «Нет, мы не такие!» «Такие, такие!» Зигмунд Фрейд еще 100 лет назад предостерегал, что чрезмерное вытеснение, этот защитный механизм психики, проявляющийся в виде немотивированного забывания или игнорирования, может привести к катастрофе, нелогичным поступкам, саморазрушению и антиобщественному поведению в целом. Что мы, собственно, и наблюдаем во внешней и внутренней политике Российской Федерации, а также нравах ее отдельных социальных групп. А всего-то не стоит пыжиться и стараться быть тем, кем ты не являешься на самом деле. России для этого нужен серьезный, возможно, коллективный сеанс психоанализа, чтобы избавиться от старых детских травм и принять себя такими, как есть. Это видео не имеет целью обидеть кого-либо, а только лишь напоминает россиянам о том, кто они на самом деле и почему у них, извините, все всегда через опу. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. В России до сих пор многие архивные документы засекречены, потому что считается, что их раскрытие нанесет вред государственным интересам. Это можно понять, когда речь идет о событиях даже 70-летней давности. Еще живы некоторые участники событий тех лет. Но почему засекречены архивы времен той же революции 1917 года? Остаются недоступными для исследователей многие документы, относящиеся к деятельности высших органов государственной власти СССР с 30-х по 80-е годы, особенно периода Второй мировой войны. До 2044 года засекречены архивы НКВД, относящиеся к большому террору 1930-х годов. Так что правду об этом трагическом времени удастся раскрыть в лучшем случае детям ныне живущих исследователей. Но это не точно. Единственная причина, по которой официальная Россия не решается рассекретить архивы, это глубочайший страх, но не перед Западом, а перед собственным народом. Ведь если россияне узнают всю правду, то Россия в своем нынешнем виде очевидно пойдет прахом. Рассекреченные архивы ее просто уничтожат. Что же в советском прошлом так может дискредитировать сегодняшнее российское государство, если окажется вынесено на свет? Кремль вряд ли когда-нибудь полностью рассекретит дела периода зарождения советского государства, а именно об организации и проведении массового красного террора в годы гражданской войны, о происхождении денежных средств партии большевиков во время революции, о тайных переговорах советского руководства с кайзеровской Германией, Антантой и западными финансовыми кругами, о подоплеке Брестского мира и роли отдельных лиц в его заключении, о сотрудничестве большевиков и пан-исламистов в деле революционизирования Востока, об использовании военных советников Германии и Австро-Венгрии для создания Красной армии, о роли института заложников в принуждении спецов к работе на советскую власть, о тотальном геноциде буржуазии в Петрограде в 1918 году, о подавлении народных восстаний в 1918-1921 годах, об организации голода в Поволжье. Особо следует выделить геноцид казачества.
также непонятна судьба некоторых национальных меньшинств. Например, историкам доподлинно неизвестно, куда после гражданской войны делись почти 500 000 китайцев, пребывавших в России. До сих пор только по местным архивам и косвенным публикациям можно судить о масштабах народного сопротивления коллективизации и о мерах по его подавлению, в которых были задействованы части регулярной Красной армии, в том числе боевая авиация и химические войска. Лишь частично раскрыт масштаб военного сотрудничества Красной армии и Германского рейхсвера в период с 1922 по 1935 год. Неизвестен также масштаб распродажи за рубеж советским правительством культурных ценностей из конфискованных во время революции частных коллекций и запасников государственных музеев. Вряд ли Россией будут когда-нибудь раскрыты все документы, касающиеся возникновения массового голода в Украине и Казахстане, наиболее пострадавших от коллективизации. Относительно периода Второй мировой войны явный урон государству может нанести рассекречивание планов наступательной войны против Германии по разделу мира на сферы влияния в отношении соседних государств. Историки подозревают табу и на публикацию подлинных данных о потерях СССР во Второй мировой войне. От историков в России скрывают записки, информацию, сообщения, телеграммы, шифрограммы и переписку Сталина и возглавляемого им Наркомата обороны за годы войны. Очевидно также то, что если на самом деле был приказ Сталина о выселении в один день всех инвалидов Второй мировой из крупных городов, то документы об этом свидетельствующие никогда не будут преданы в России огласке. Если вы интересуетесь историей Второй мировой войны, то на нашем Патреоне сможете найти более подробное видео о засекреченных документах того периода. Переходите по ссылке в подсказке, в описании или в первом комментарии. Продолжим. Печать секретности останется неизгладимо лежать на всех советских планах войны с США после 1945 года, на многих документах, касающихся внешней политики данного периода. Чем ближе к нашему времени, тем сильнее они затрагивают интересы правящих элит не только в России, но и в странах, которые считаются стратегическими партнерами РФ в третьем мире. Материалы спецслужб этого периода, вероятно, до сих пор не потеряли актуальности даже в личном отношении. Военные планы позднего СССР, возможно, даже претерпели мало изменений и в настоящее время. Вряд ли российские граждане когда-нибудь узнают о подлинных масштабах безвозмездной помощи СССР развивающимся странам. И уж, конечно, мы не узнаем в обозримом будущем всей правды о войне в Афганистане. Отдельно следует сказать о медико-биологических экспериментах на живых людях, которые проводились в СССР. Но это особая статья. Однако ничто не вечно под луной. Поэтому никогда нельзя сказать, что то-то и то-то в прошлом никогда не станет достоянием гласности в настоящем или будущем. Например, какие-то важные государственные документы о советском периоде, засекреченные в РФ, могли сохраниться в архивах бывших союзных республик, а ныне независимых государств, и могут быть опубликованы ими. Кроме этого, доподлинно известно, что, например, в библиотеке Университета Торонто в открытом доступе лежит полная опись Московского сталинского фонда. Главное, что заклеенные в Москве страницы, то есть скрытые под грифом «секретно», там почему-то ожили, и с ними могут ознакомиться все желающие. То есть в некоторых случаях то, что засекречено в столице России, вполне может быть открыто для ознакомления в какой-нибудь условной библиотеке Конгресса. Однако, к сожалению, это касается только лишь части материалов. Основной же массив важных секретных архивов спрятан за семью замками. Однако политика России не вечна. Многие из зрителей пережили события, об этом свидетельствующие, и даже участвовали в них. Лишь одни архивные документы никогда точно не будут рассекречены. Это те документы, которые были уничтожены без следа. По многим свидетельствам, секретная комиссия ЦК КПСС по расследованию незаконных репрессий, созданная Никитой Хрущевым после 20-го съезда, уничтожила по его приказу немало документов, в которых отражалась личная роль Хрущева в организации этих репрессий.
Если не сохранились копии этих документов, то очевидно, что многого о сталинском большом терроре человечество не узнает уже никогда. Пишут и о том, что в конце жизни Сталина были уничтожены все личные карточки постановки военнообязанных на призывной учет, заведенные перед Второй мировой и во время нее. Это было сделано для сокрытия истинной цифры людских потерь в войне. Люди постарше помнят, как Горбачев уже перед распадом СССР, когда гласность была в самом разгаре, упрямо отрицал существование секретных приложений к пакту Молотова-Риббентропа и документов о Катынском расстреле. Но они были в архивах, и Горбачев прекрасно знал об их существовании. И молчал. Ничего удивительного, ведь он был генеральным секретарем, а затем президентом СССР. Вся его легитимность держалась на отрицании преступлений нелегитимного большевистского режима. Нынешние власти не хотят открывать архивы по той же причине. Им неудобна правда. Правда о союзничестве СССР с Третьим Рейхом, о штурме Брестской крепости, о советско-нацистском параде и еще о многом-многом-многом другом, на чем строится современная идеология Российской Федерации. Если все архивы будут открыты, от победобесия не останется и следа. Окажется, что Сталин на самом деле еще больший фашист, чем Гитлер и Муссолини, а Ленин – это Джек-потрошитель в масштабах целого государства. Мало того, если рассекретить сегодняшние архивные материалы, выяснится, что хунта и неонацисты сидят не в Киеве, а в самом центре Москвы, и что российским планам по захвату Левобережной Украины уже более 20 лет. Нет в мире больше подобного государства, построенного на тотальной бесстыдной лжи, с помощью которой оправдывается любая чудовищная жестокость и подлое вероломство. Самая охраняемая тайна России – это ее настоящая история. Открой вышеперечисленные архивы, и от России не останется и следа. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. Стоит ли бояться распада России? Московская пропаганда очень хорошо поработала над тем, чтобы ввести в заблуждение Запад, да и собственное население, ужасными мифами о том, что же может случиться, если вдруг Россия развалится. Это, мол, вызовет глобальную мировую катастрофу. Сказка сия, к сожалению, хорошо прижилась среди некоторых западных политиков и дипломатов, которые склонны прощать Кремлю многое, лишь бы Россия не развалилась и мир не столкнулся с якобы чудовищными последствиями. Традиция подобного запугивания восходит ко временам позднего СССР, когда коммунистическая пропаганда повлияла даже на таких политиков, как Маргарет Тэтчер и Джордж Буш-старший, которые накануне распада Совдепии призывали порабощенные Москвой народы оставаться в обновленном имперском концлагере. Несмотря на их призывы, СССР ушел в небытие, и условия человеческого существования на его обломках значительно улучшились. Как бы ни старались утверждать обратное, адепты вкусного в кавычках советского мороженого и колбасы по 2,20. Современная Российская Федерация – территория, населенная разными народами, исповедующими разные религии. У них нет абсолютно никакого мотива, за исключением жесткого принуждения, жить в одном государстве. Потребность Москвы сохранять империю обрекает население Российской Федерации на прозябание в условиях авторитаризма, на колониальную эксплуатацию регионов и ассимиляцию порабощенных народов. Неужели кто-то думает, что окончательный распад Российской империи окажется более катастрофическим, чем ликвидация СССР? Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит проанализировать главные мифы московской пропаганды о якобы опасности развала России. Итак, миф номер один. Распад Российской Федерации приведет к войне между регионами.
В качестве примера приводят распад Югославии. При этом умышленно замалчивается, что президент Сербии Слободан Милошевич развернул бешеную пропаганду сербского великодержавного шовинизма, что вызвало у других народов Югославии нежелание жить в государстве, где будут господствовать исключительно сербы. Путинский режим тоже пытается разыграть великодержавный сценарий под видом русского мира. Но ситуация в современной РФ существенно отличается от положения вещей в тогдашней Югославии. Длительная имперская политика помешала самому формированию русских как нации. Недаром они единственные в мире, кто использует в качестве самоназвания прилагательное, а не существительное. Потому что русский равняется имперский и ничего больше. И даже среди этих носителей имперского сознания большинство не получает ничего из преимуществ существования в империи. Наоборот, наибольшую пользу от ресурсов с имперских территорий получает Москва, как метрополия, в то время как русские регионы прозябают в экономической нищете и политических притеснениях. Какие основания, например, для войны Великого Новгорода с Псковом или Тывы с Бурятией? Как показывает опыт ликвидации СССР, вновь созданные государства направят свою энергию на стабилизацию ситуации в своих странах и налаживание новой жизни. Конфликты вроде Карабахского или Приднестровского были искусственно созданы снаружи при активной поддержке имперского центра. Без вмешательства Москвы просто не появились бы горячие точки на территории бывшего СССР – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс и другие. Поскольку имперская метрополия прекратит свое существование, провоцировать конфликты будет некому. Страны Сибири и Дальнего Востока получат возможность самостоятельно распоряжаться огромными ресурсами. Для небольшого количества местного населения это означает возможность жить в достатке, как коренное население Саудовской Аравии при условии создания справедливой системы распределения национального продукта. Возможную проблему составят некоторые регионы Кавказа, где благодаря политике московского коммунизма создавалась запутанная система административных границ и проблемы из-за последствий депортации народов. Но и в этом случае конфликты без имперского подстрекательства останутся локальными, без распространения на значительные территории. Друзі, трішки реклами, але дуже корисної. Хочу порадити вам YouTube-канал Огляд.ua. Веде його Юра, який розповідає про нові смартфони, планшети та іншу техніку. І робить це цікаво та професійно, особисто перевіряючи усі основні характеристики техніки. А головне, робить це українською. Давайте його підтримаємо. Посилання на канал Огляд.ua залишу в описі під відео та закріплю в коментарі. Обов'язково переходьте та підписуйтесь. Міф номер 2. Крушення імперії хотят только екстремісти-націоналісти. События начала 90-х годов прошлого века опровергают утверждение о том, что в новых государствах возникает диктатура, занимающаяся этническими чистками. После распада СССР ни в одной новообразованной стране не было преследований по этническому признаку. Все проблемы на национальной почве возникли исключительно в регионах, где Москва спровоцировала межэтнические конфликты. На территории тогдашней РФ парад суверенитетов происходил мирно, до начала его свертывания имперской властью. Возникли Уральская и Сибирские республики, во главе которых стояли русские, которые стремились контролировать экономические ресурсы своих территорий. Борьба российских сибиряков за создание собственных государств имеет давнюю традицию, которая происходит из движения сибирского областничества. Борьба Татарстана за государственный суверенитет имела исключительно мирный характер, без притеснений по этническому признаку. В наше время освобождение Татарстана и других стран Поволжья и Урала может быть реализовано в стремлении создать конфедерацию государств свободного Идель-Урала.
Вооруженное противостояние возникло только в Ичкерии. Военный конфликт был создан исключительно имперским центром. Чеченские власти не проводили никаких этнических чисток, а вот Москва широко применяла для коренного населения практику фильтрационных концлагерей по этнической принадлежности. Знаменательно возникновение движений за независимость в Ингрии, Карелии, Казакии и других регионах, большинство населения которых называют себя русскими, но при необходимости быстро вспомнит свои финно-угорские, тюркские или казацкие корни. Эти явления служат залогом того, что без искусственного разжигания имперской метрополии межэтнической вражды процессы демонтажа империи пройдут мирно, без значительных проявлений этнического экстремизма. Миф номер три. В новообразованных государствах власть захватит криминал. Это наиболее смехотворное утверждение. Во главе современной РФ стоят чекисты. Офицеры организации, запятнавшие себя массовым государственным террором, депортациями по этническому признаку, голодоморами и в наше время не прекращающие коварно убивать мирных людей новичком или полонием. Именно благодаря ЧК НКВД возникла система воров в законе, с помощью которых каратели контролировали узников ГУЛАГа. С распадом СССР КГБ использовал организованную преступность для своих схем приватизации госимущества. Факты сотрудничества чекиста Путина с Тамбовской организованной преступной группой ОПГ неизвестны только тем, кто не хочет о них знать. Образование новых государств на обломках Российской Федерации обязательно приведет к смене элит, а значит, создаст возможность наконец покончить с господством чекистской олигархии, построенной на коррупции и криминале. Миф номер 4. Жизнь значительно ухудшится. Якобы распад России даст старт обнищанию людей, что повлечет за собой массовую миграцию населения в Украину и другие соседние государства. В качестве аргумента ссылаются на кризис начала 90-х, вызванный разрушением экономических связей и конверсией предприятий. При этом не учитывается, что с тех пор промышленность РФ претерпела значительные изменения по сравнению с экономикой СССР, базисом которой был ВПК – военно-промышленный комплекс. Сейчас многие предприятия России не связаны с военкой и имеют выход на зарубежные рынки, чего не было при совдепии. Ликвидация имперского центра позволит многим регионам получать немалую выгоду от собственной промышленности, которую ранее присваивала Москва. Например, Башкортостан, Поморье, Татарстан и Якутия смогут иметь немалую ренту от продажи нефти, Бурятия от продажи урана, а Коми от торговли лесом. Другие регионы, такие как Калининград, Карелия, Курилы и Сахалин, могут пойти по пути присоединения к экономически развитым государствам, частью которых они когда-то были. Для новых государств, где нет огромных запасов природных ресурсов, независимость вовсе не будет означать бедность. Стоит вспомнить историю Грузии. На момент распада СССР это была страна с самым слабым экономическим потенциалом. Очень быстро в стране узурпировала власть группа одного из руководителей СССР – Шеварднадзе. Как только страна покончила с диктатурой этого товарища из Кремля, открылись возможности для экономического развития страны, уровень жизни граждан существенно улучшился. Если современные депрессивные регионы России после ее распада разумно отнесутся к выбору власти, то будут иметь такие же шансы на новую жизнь, как и Грузия. Из всего сказанного следует, что распад Российской Федерации не спровоцирует анархию, тотальные войны и экономический упадок, поэтому не будет оснований для массовой миграции населения из этих территорий. Тем не менее, Украине, исходя из современной ситуации гибридной войны с Российской Федерацией, уже сейчас следует позаботиться об ограничении въезда в страну лиц с территории нынешней России. Законы, ограничивающие въезд граждан из чужих государств, не нарушают никаких прав, поскольку Всеобщая декларация прав человека гарантирует лишь право свободно покидать и возвращаться в свою родную страну и ни в коем случае не
обязывает другие государства безоговорочно принимать пришельцев. Миф номер 5. Расползание ядерного оружия. Опыт распада СССР свидетельствует о ничтожности этого аргумента. Тогда не произошло никакой свободной торговли ядерным оружием. Правительства новых стран надежно контролировали ядерный арсенал. Вероятно, страны, образующиеся на обломках РФ, добровольно лишатся ядерного оружия, как это сделали Украина, Казахстан и Беларусь в 90-е. Только теперь они учтут горький опыт Украины и на замену ядерному щиту будут требовать твердых гарантий государственной безопасности и значительной материальной компенсации от заинтересованных государств. Для тех, кто сомневается в таком развитии событий, стоит напомнить, что в настоящее время именно Москва угрожает миру ядерным оружием, а вовсе не Калмыкия или Пермь. Именно из имперской митрополии разносятся угрозы обратить мир в ядерный пепел. Именно Кремль сегодня, как и во времена Хрущева, все так же использует ядерный шантаж для достижения своих интересов. Именно империя, а не новые свободные страны, несет угрозу мирному существованию планеты. Распад Российской Федерации – это совсем не катастрофа, а путь к новой, лучшей жизни всех порабощенных Москвой народов и их соседей. Перед вновь возникшими странами откроется возможность реформ, которые сейчас, ради сохранения незыблемости этой недоимперии, блокируются режимом жесткого авторитаризма. Для стран, некогда входивших в зону влияния Российской империи во всех ее ипостасях, исчезнет давлеющее влияние ненасытной метрополии, исчезнет поддержка криминально-олигархических режимов и появятся новые перспективы развития. После развала России никаких войн, этнических конфликтов, власти криминала и ухудшения жизни не будет, потому что Москва, которой это всегда было выгодно, будет столицей чужого, отдельного небольшого государства с новым названием, а регионы наконец-то вздохнут свободно. Распад Российской Федерации – это то, чего точно стоит бояться намного меньше, чем существование России в ее сегодняшнем современном виде. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео.